Друзья, здравствуйте. Как меня слышно, как видно? Надеюсь, все хорошо. Отлично, видно и слышно. Прекрасно. Сегодня я открываю наше изумительное мероприятие. Вот. И меня зовут Юля Ракова. Я представляю компанию GetResponse. Это платформа автоматизации и платформа email-маркетинга. Вот. И наша сегодня конференция, она, я думаю, очень примечательна тем, что у нас будет очень много кейсов. В общем-то, очень крутых кейсов, интересных вот, у спикеров. Поэтому, я думаю, это прям практические советы. Берите и воплощайте в жизнь то, что, соответственно, вы увидите. Меня зовут Юля Ракова, я уже представилась. Вот. Ну, наверное, немножко обо мне, чтобы познакомиться, да? Я погрузилась в диджитал вообще вот в это, вот это все, да, в нереально прекрасный цифровой мир в 2010 году, когда училась в MIT в Штатах, да. И после этого у меня были очень интересные проекты в различных корпорациях, да, в компаниях, в стартапах российских. И сейчас, соответственно, я часто выступаю, я много пишу, участвую в проектах, связанных с обучением, с онлайн-обучением, потому что это просто, ну, вот, the next big thing, да, то есть это та огромная вещь, которая сейчас идет и которая плавно очень переформатирует и маркетинг, и бизнес, вот. И то, что я буду вам сейчас рассказывать, грубо говоря, оно базируется, наверное, на двух вещах очень важных, да. Первое, то, что я уже говорила про GetResponse, это платформа email-маркетинга и автоматизации. И у нас очень много клиентов, международная компания. И мы очень четко, знаете, отлавливаем, берем очень такие кейсы практические, которые можно тиражировать, которые можно масштабировать и которые одновременно, да, изменяют индустрию, изменяют маркетинг, в первую очередь связанные с автоматизацией, с программными роботами. Поэтому то, что я буду рассказывать, это прям вот реально, да, брать и делать. Вот, а еще, так как я много выступаю, да, я встречаюсь с исключительно интересными людьми, просто интереснейшими, это эксперты высочайшего уровня. Это практики, да, это и бизнес, и маркетинг, и ученые, изучающие мозг. Вот Татьяна Черниговская, да, вы видите на фотографии. И, соответственно, они делятся со мной, я им очень благодарна за это, какими-то интересными, знаете, данными из исследований, про тренды, про лайфхаки, про изменение потребительского поведения, господи, да про изменение мозга, да. То есть это безумно интересно, и я, соответственно, сегодня буду вам это все, в общем-то, рассказывать, да, то есть какие-то вещи будут еще оттуда взяты. Поэтому, друзья, я очень рада, я приглашаю вас в будущее. Я приглашаю вас в будущее, которое наступило. То есть вроде как оно настоящее, но вот только начинается. На самом деле это автоматизация маркетинга. Я уверена, что вы уже этим занимаетесь, и у вас уже это успешно получается. Но, по сути, автоматизация маркетинга – это мощнейшая вещь, да, что она может нам помочь, потому что мы маркетологи, да, вот я говорю с вами, друзья, вы маркетологи, мы маркетологи, мы маркетологи, мы владельцы бизнеса, мы директора, мы бренд-менеджеры, да, то есть мы, она всех затрагивает, грубо говоря, автоматизация маркетинга, мы пиарщики, проджект-менеджеры, продакт-менеджеры, и у нас у всех есть очень четкие задачи, да, то есть первая задача какая? Это увеличить вообще продажи, увеличить выручку. Вот, вторая задача очень важная, друзья, сейчас. Время непростое, очень даже непростое, и сейчас идет битва. Сейчас идет битва за потребителя, битва за клиента. И, конечно, хорошо иметь большие бюджеты, которые позволяют вот воронку приобретения, да, то есть на стадии привлечения через рекламу там или через какие-то еще вещи платные. Очень хорошо иметь бюджет здесь. Но если этого бюджета нет, нам нужно или мало, бюджет не очень большой, или он сокращен сейчас из-за того, что происходит, нам нужно биться за конверсию. За конверсию по воронке, да, то есть за конверсию. Мы привлекли уже, соответственно, клиентов, это наши уже подписчики, и вот мы бьемся за их конверсию в продаже. Это прямо вот на... Наверное, номер один сейчас задача будет стоять для многих маркетологов. Кроме того, нам что нужно сделать? Повысить продуктивность продаж. То есть это что значит? Это чтобы мы больше наши селзы, ну или мы, если мы продаем в автоматизированном режиме, продавали больше за единицу времени. У всех, я думаю, сейчас практически у всех, в связи с тем временем, в котором мы живем, стоит задача сократить затраты. Вот, и это что касается бизнес-задач. Теперь что касается нас как людей.
знаете, сейчас потрясающее, невероятное время, в котором появляются потрясающие тренды. И главное, доступно очень много полезного, классного материала для обучения. И вообще-то одной из стратегических задач маркетолога, директора компании, топ-менеджера компании становится постоянное обучение, да? Постоянное слежение, мониторинг трендов, которые есть, и понимание, как в них разбираться. И вот на эту вещь нам постоянно не хватает времени из-за рутинных задач. И вот это робот. Робот, который может забрать у вас, да, вот рутину и сэкономить вам время, которое вы можете, да, потратить на что? На обучение, точнее, инвестировать, не потратить, тратим мы в рутину. Инвестировать в обучение собственное и инвестировать в решение стратегических задач для бизнеса. Наконец, еще одна вещь для маркетологов. В свое время, ну, точнее, это было в прошлом году, я писала статью для Косо, Косо.ру. Я думаю, вы прекрасно знаете этот портал. И я решила провести исследование по автоматизации маркетинга, да, понять, насколько это востребованная вещь. Причем я решила спросить у ведущих хедхантеров России, вот. И было очень интересно получить от них фидбэк, что действительно это востребовано и очень серьезно. Но меня поразил еще один фидбэк какой у хедхантеров, что человек, который знает инструменты автоматизации и умеет их применять успешно, может получать зарплату в несколько раз больше традиционного маркетолога. То есть люди на вес золота сейчас автоматизаторы. Поэтому, друзья, если вы маркетологи, помните, для вас это путь войти в будущее и стать востребованными очень сильно на рынке на вес золота уже сейчас. Вот, поэтому далее, если мы говорим про автоматизацию, какие преимущества были выделены? Вот немножечко статистики. Это, в общем, несколько разных исследований иностранных, да, они первыми начали исследовать это все. 80% респондентов, которые пользуются автоматизацией, отметили, что они видят количество лидов. 77% респондентов видят рост конверсии. Внимание, автоматизация, робот, да, который работает и доставляет правильно ваше сообщение правильным людям, но это немножко позже я скажу, но принцип такой, что этот робот подогревает очень сильно, да, лиды. Вот они, автоматизация для подогрева лидов, я думаю, ну и для повышения конверсии это вообще номер один. Вот, подогретые лиды тратят на покупки на 47% больше. Представляете, что у нас здесь, какой у нас потрясающий запас, если мы правильно его используем. И, наконец, коэффициент конверсии лидов может подниматься на 53% и выше. То есть вот получается у нас сумасшедший запас. 50% конверсии, 50% в сумме покупки. И, наконец, 82% опрошенных автоматизируют email-маркетинг. Вот, по email-маркетингу, значит, во-первых, немножко по автоматизации, да, и по email-маркетингу уже попозже. Что такое автоматизация маркетинга, простыми словами? Доставка роботов, роботам правильного сообщения правильному человеку в правильное время, чтобы человек выполнил нужные нам действия. Это очень круто, то, что творит робот. Я влюбилась в автоматизацию в 2017 году. Когда она только начиналась, я увидела буквально с первого кейса, что происходит, я поняла, что вот оно, это что-то невероятное. Мало того, если правильно настроить воронки, автоворонки, то есть автоматизация-то что это? Вы четко слышали слово автоворонки, я уверена просто. И вот это и есть автоворонки. Если правильно настроить автоворонки в течение вашей коммуникации с клиентом, то есть это и есть его жизненный цикл, то можно вот управлять этим поведением, да, то есть, ну, там, где вы настроите, в течение всего этого жизненного цикла. Теперь что еще очень важно, друзья, вот email-маркетинг. Email-маркетинг, почему, да, с роботом вместе они работают великолепно с автоматизацией. Он остается самым выгодным каналом диджитал-коммуникаций с точки зрения возврата на инвестиции. Можно вложить $1 и получить обратно доходы, как доходы от 38 до $41. Вот это различные исследования, которые есть. Для сравнения, буквально недавно, вот меньше месяца назад, я нашла информацию по маркетингу влияния. Лидеры мнений, блогеры, да, вот это. То есть вот это направление. Знаете, сколько там возврат на инвестиции? На $1 $6.5. Вот так вот. То есть видите, вот принцип, да, вот этих двух каналов. Теперь, что еще важно, да, вместе с роботом достичь такого можно и нужно. И сколько раз еще я вижу вот в кейсах, которые мы поднимаем, которые мы делаем с клиентами, да, и российскими, и иностранными, что очень круто растет именно активность базы ваших подписчиков. Они не отписываются, они не жалуются на спам, они читают, открывают. То есть у вас это прекрасная вещь сбора, ну, точнее, это поддержки, лояльности вашей базы. Потому что, да, что у нас база контактов, если с ними не коммуницировать регулярно, не высылать ценную информацию, то, соответственно, что? Ну, все, люди отписываются или не читают ваши письма. Про ценную информацию. А робот работает как? То есть вот он работает по принципу «если то». Если человек сделал какое-то действие, то робот высылает ему какое-то сообщение. Робот очень четко отслеживает, какие действия делает человек, и высылает
сообщения такие на основании этих действий, чтобы провести человека дальше по воронке продаж. Вот, это очень круто. И какие еще интереснейшие функции есть у робота? Это лид-скоринг. Это очень известная, ну, такая, знаете, вещь, которая сейчас приходит, она очень модная. Вот. И, кстати, вот последние несколько мы говорили о них на клубе маркетологов Microsoft, где меня часто приглашают спикером, да, то есть это прям вот ну, новейшее веяние. Лид-скоринг – это что? Это присвоение баллов лиду в зависимости от его действий. То есть вот робот делает лид-скоринг. Зачем? Для того, чтобы высылать, затачивать сообщения, да, так, чтобы человек продолжал дальше наращивать, например, свои баллы. То есть это построение системы лояльности, но автоматическое, автоматизированное. То есть если человек открывает письма, да, это, там, например, 1 балл присваивает робот. Если человек переходит по ссылкам 3, например, если покупает 7. И таким образом вы видите, смотрите, это потрясающая сегментация вот роботом на основе действий. То есть вы видите, да, какие у вас клиенты самые ценные, какие активные, какие у вас неактивные. То есть на самом деле это сегментация уже другого уровня. Автоматизированная сегментация. Плюс персонализация, конечно. То есть в зависимости от действий робот высылает правильное сообщение. То есть на самом деле автоматизация очень сильно закрывает, вот если говорить про маркетинг и наши такие уже узкоспециализированные задачи, две вещи. Сегментация, да, и персонализация. Все в автоматическом режиме. А теперь что у нас происходит? Робот может прислать 24/7 сообщение, кому хотите, он не устает, не ходит в отпуск, он такой всегда послушный. Вот, но если мы не будем давать ценный, классный контент, то, собственно, зачем высылать такие сообщения? Поэтому я всегда говорю, что да, эра маркетинг эмоций, эра эмоций, маркетинг впечатлений, любовь и роботы. Друзья, любовь и роботы. Помните о любви. Любовь – это любовь ваша к клиенту, понимание его задачи, понимание пути и, соответственно, контент. Так, теперь что у нас? Ага, теперь по контенту, да, который... Ну, какие-то вещи у контента, да, ключевые вещи. Полезные, решающие проблемы клиента, да, очень важно. Второе – обучающие. Друзья, обучающие, обучающие, обучающие. Это прям вот очень важно. И в B2B, и в B2C уже к этому приходят. B2B первые к этому пришли, свои академии открывают. Вот. Потом, какой еще может быть контент? Это вовлекающий, мотивирующий совершить что-то, мотивирующий стать лучше, да? Отвечающий на вопросы клиентов. И, конечно же, ну, стимулирующий к покупке. Вот это промо уже контент получается. Друзья, вот она, эта воронка. И, внимание, очень-очень важно, вот когда перед B2B выступаю аудитория, я всегда говорю, друзья, помните одну вещь, мы не продаем товар. Мы даже не продаем уже решение сейчас. Мы продаем эмоции, эмоции вместе с товаром и с решением, да, то есть эмоции. Поэтому ведите человека по воронке эмоций вашими сообщениями. И как мы понимаем, что человек достиг этой эмоции? Мы видим его действия. Вот, поэтому если любопытство, да, то человек переходит к вам на сайт, увидев ваше сообщение какое-то, он переходит к вам на сайт, на сайте вы или на лендинге, вы берете, соответственно, контакты, да, то есть вы должны так классно изложить информацию или что-то дать, например, обучающий, чтобы человек оставил вам контакты. Потому что не каждый купит. И, естественно, покупают совсем немного, особенно из рекламы. Там около 98% людей, приходящих из рекламы, они не покупают сразу. Вот, то есть вот так вот. И когда вы берете их контакты, после этого вы разогреваете. Вот тут уже подключается прекрасный робот и ведет их по доверию, через доверие к желанию и к мощному желанию, которое называется покупка. Внимание, отслеживайте действия. Что это такое? Это переходы, да, в первую очередь к вам на сайт, да, и потом, если доверие, то вопросы вы можете увидеть, очень интересно, это значит, уже человек видит в вашем бренде эксперта. Потом идут заказы, да, звонки, посещения, активирование триала, то есть уже, ну, если у вас есть бесплатный период. Потом, соответственно, покупки. Внимание, скидки, вот распродажи и все остальное можно давать на стадии доверия желания. Лучше даже на стадии желания, но на доверие тоже можно уже вот это вот засвечивать. И тогда, когда человек уже вам доверяет, он уже готов расставаться с деньгами. Вот, ну и лояльный клиент, да, вот что у нас. Повторные покупки, рекомендации, увеличение среднего чека. Помните, автоматизация просто для этого рождена. Она для этого создана, видите, увеличение среднего чека. И рекомендации тоже можно стимулировать, соответственно, в автоматизированном режиме. Итак, поехали по кейсам. Значит так, вот это приветственная автоворонка. Мне очень нравится вот этот принцип приветственной автоворонки. Это... мы знаем, как решить ваши проблемы. То есть здесь бренд говорит с клиентами на их языке, засвечивает самые интересные проблемы, рекомендует, как их решить, и красиво показывает, какие продукты из ассортимента могут решить эти проблемы. Это очень круто, потому что человек не тратит время на выбор, не бегает по сайту, а им четко, да, дается вот такие интересные советы. Janssen Cosmetics, бренд профессиональной косметики, немецкой, да, известнейший бренд, вот, и, соответственно, интернет-магазин в России. 5 писем, всего 5 писем в автоматизированной welcome-цепочке. И мы были настолько впечатлены, что даже в свое время поставили на сайт этот абсолютно удивительный кейс. Ничего сложного,
Но я хочу показать вам принцип сейчас, самое простое, и как оно сработало, когда любовь и роботы работают вместе. Первое письмо, друзья, что это? Вот можете взять себе на заметку, да, то есть что это? Ключевые вещи в первом письме – это знакомство с брендом. Внимание, ваш первый подарок – скидка. Я всегда говорю, друзья, не купить со скидкой, мозг это не любит, а ваш подарок – скидка, да, то есть вот как нейромаркетинг, мозг реагирует, такой подарок, ох ты, и конверсия вот из этой фразы, да, получается, она несколько раз выше, чем просто купить со скидкой. Слово «купить» вообще избегайте, я в последнее время вижу, что крутейшие бренды, они вообще слово «купить» не используют, вот, а используют «интересует», «узнать больше», «познакомиться». Соответственно, вот тут у нас скидка, да, и уже эксклюзивный набор, который они сделали для читателей. Ну, рассылки. Письмо номер два. Внимание, прекрасно. Задача – замедлить ход времени. То есть вы уже представляете, кому рассылает Janssen Cosmetics. Да? И 5 маркеров старения, показывающих ваш возраст. 5 ключевых проблем аудитории. Письмо маленькое, простое, четкое, да, которое говорит – читай дальше, читай дальше. Мы знаем, как бороться с этими проблемами. Так, письмо третье. Первая проблема разбирается, очень красиво, симптомы, что делать, и средства от Janssen Cosmetics. Пожалуйста, не трать время, посмотри и пойми, что это поможет тебе именно там. Так, теперь, ой, прошу прощения, что-то у меня тут сместилось, письмо номер два. Вот, письмо номер три и письмо номер пять. Что они делают, да, то есть в этом случае? Они говорят, в третьем письме они говорят, что уже следующую проблему разбирают, например, кожа вокруг глаз, да, получается, там цвет лица и все остальное. Вот, а пятое письмо очень крутое, жалко, у меня вот в этой презентации его нет, но там снова дается подарок, вот напоминается о подарке, показывается комплект эксклюзивный, который собран на основе, да, вот этой цепочки. И там есть такая вещь – задать вопрос косметологу. То есть если ты не купила сейчас, не вопрос. Мы понимаем, ты еще колеблешься. Оставайся с нами на связи. Задать вопрос косметологу, человек переходит и задает вопрос, да, там, на ресурсах. А, смотрите, это потрясающе. Всего 5 писем, простейший сценарий автоматизации, я его сейчас покажу вам. Конверсии в продаже из первого письма 7,7%. Из 5 писем средняя конверсия 6,48%. Но самое интересное было через год. Самое интересное было через год, когда пошло, значит, расчет, что и как. Вы можете представить себе, что вот эта цепочка автоматизированных писем, она обеспечила вклад до 15% годовой рост продаж. И 2% к товарообороту. Ага, а вот что делает робот. Вот это простейший сценарий, друзья. Если то фактор времени. Если подписался человек, то ему высылается письмо номер один. После этого подключается фактор времени. То есть ждать один день, два, три. Вот в B2B рекомендуется, знаете, писать каждый день. Вот, например, несколько кейсов, которые я видела. Ну, вот здесь они писали раз в 3 дня. Потом, второе, третье. На самом деле, это простейшая цепочка 5 минут вашей работы. То есть настолько юзабильно, ну, вот я говорю про нашу платформу GetResponse, то есть настолько юзабильно, что справа у вас полностью вот эти вот блоки, которые вы мышечкой берете, кликаете и перемещаете, и соединяете между собой. И они очень простые, они очень легкие. То есть условия, действие и фактор. Условия, если подписался, письмо, то действие, какое высылаем сообщение, и фактор, который определяет время отправки, да, или диапазон отправки, это следующее. Так, теперь следующий кейс. Следующий кейс, это очень интересно, мне очень нравится этот кейс, я часто рассказываю, да, о нем. И сразу, если вы в B2B, это прям для вас. Это прям для вас, и смотрите, что вы можете сделать для себя. Эта воронка что делает? Она квалифицирует, да, она квалифицирует лиды, которые у вас есть, и одновременно их сегментирует. Теперь смотрите, что это такое. Значит, это человек-робот, sales-робот. И как это было, у нас работает прекрасный менеджер Егор Яценко, вот, в GetResponse. И у нас была задача отквалифицировать, то есть понять, какие лиды к нам приходят, регистрируются на платформу нашу GetResponse и выбирают там, соответственно, ну, у нас есть, ну, бесплатная версия, и они не начинают работать. И Егору нужно было понять, кто из них, да, потом может конвертироваться уже дальше по воронке. Вот, и понятно, что делать вручную все это просто много, ну, это очень много работы, рутина. Поэтому он создал очень классную, да, цепочку писем, от своего имени рассылалась. То есть на самом деле это робот-сейлс, да, сама цепочка. А что очень крутое в этой цепочке, да, это то, что, во-первых, когда к человеку обращались, Егор задавал квалифицирующий, сегментирующий вопрос, да, а потом дарил. Мы рекомендуем вам посмотреть наш вебинар. И эмоции. Вот что очень круто, это письмо, оно излучает эмоции. Вот посмотрите, в любом случае буду рад общению, благодарю за ответ. Больше всего мне нравится, когда в B2B есть что-то, что четко человека, знаете, как приковывает. А в B2B обычно очень серьезная коммуникация, да, такая вот, ну, а здесь, смотрите, в переписке, да, после сказания,
Я не робот. Это не автоматическая отбивка. Я реальный человек. Поэтому смело пишите мне, я постараюсь вам помочь. А еще я не буду чувствовать себя одиноким. Чувство юмора, чувство юмора, чувство юмора. Конечно, интересно, приятно получить такое письмо. Если человек не открывал и не отвечал Егору, да, то есть не писал ему ответ, то направлялось письмо номер два, очень похоже, то же самое, очень, да, только более сокращенное. И, наконец, письмо номер три, да, что это такое? Я все еще не робот и все еще жду вашего ответа. Но вы же не можете мне отказать дважды, это слишком жестоко. Это Егор пишет Тимуру. Вот, ну вот изначально получатель Тимур. Вот, то есть это настолько, настолько прикольно, настолько весело, что люди действительно не могли отказать нашему Егору. И смотрите, что было, давайте я покажу. Нестандартная рассылка, очень веселая, да. Открытие от 68 до 72,5%. Клики, переходы, да, от 4,5% там, до 11,5%. Это вот, и на вебинар, который смотреть, да, то есть это вторая стадия воронки уже идет. Даже нет, это третья уже стадия, это стадия доверия уже, когда вебинар строит, обучает. Потом ответы от 12% до 25%. То есть они изначально были 12, по-моему, потом возрастали 25%. Все в автоматизированном режиме. Что вот рассказывает Егор? Он говорит, конверсия какая вообще? Ради чего все это было? Эффективность моей работы увеличилась более чем на 30%. Я сама видела, это было безумно интересно. Знаете, что он сделал потом? То есть он уже не успевал отвечать. Sales не успевал отвечать. Соответственно, он сделал такую вещь. Он потом интегрировал в письмо ссылку на специальный сервис. То есть сервис какой? Люди переходили, выбирали время онлайн-встречи, да, то есть те, которые он уже потом, да, коммуницировал там, следующее письмо, выбирали время онлайн-встречи, а, собственно, он и сразу, по-моему, его давал, и люди в этом сервисе бронировали время встречи, то есть Егор даже автоматизировал онлайн-встречи с ними, потому что он потом проводил экскурсию по нашей платформе, ну, то есть обзор платформы. Представляете, то есть мало того, вот почему, мало того, что он сегментировал людей, так люди еще автоматически к нему записывались, чтобы посмотреть вот этот обзор. Вот, теперь, что говорит Егор? Если вы будете с вашими солзами это делать, да, делайте вместе с солзами, маркетологи, делайте обязательно, да, потому что они могут подсказать контент. Смотрите, нужно продумать цепочку писем. Во-вторых, подумать, о чем вы будете писать. Третье, особенно вот если вы в B2B, друзья, не бойтесь креативить, выделяйтесь, пожалуйста, выделяйтесь. Вот тоже, вот знаете, клуб маркетологов Microsoft после моего первого выступления они сказали, Юль, мы хотим, чтобы ты сделала для нас презентацию, а там маркетологи B2B IT. Вот, то есть вообще, то есть уровень. И чтобы очень высокий уровень и сложные продажи. И говорит, Юль, сделай для нас презентацию, сделай для нас доклад. Знаете как? Мозг и сердце. Маркетинг воздействия, мозг и сердце. Вот как раз любовь и роботы. То есть эмоции, эмоции, эмоции. Поэтому не боимся креативить, друзья. И знаете, что вам придется провести АБ-тесты. То есть проверить, как вам... вот сделали письмо, но на этом не останавливайтесь. Смотрите, как можно сделать лучше. Проведите АБ-тест. Посмотрите, да, то есть несколько версий писем, на какое письмо лучше всего реагирует. Вот, и, соответственно, берите его за основу. Что еще важно, да? Кто пишет, от чего имени? Ну, sales, например, в этом случае. Но хотите, можете от топ-менеджера писать, если у вас такая задача. Зачем пишет, да? Как часто пишет? Полезный контент дарите, дарите что-то обучающее. Например, то же самое, запись вебинара или какой-то бесплатный курс. И не бойтесь, креатив и юмор использовать, не бойтесь. Ну, давайте выделяться. И, наконец, смотрите, что еще. Это наш третий кейс. Это очень добрый, хороший кейс. Это возвращающий автоворон. Ну, то есть есть проблемы, конечно, вы знаете, в интернет-торговле, в частности. Та проблема, которую, что люди бросают картины. Вот, и по-разному, там, от 60 до 80% различные источники, но вообще меньше 70% бросающих, по-моему, никогда уже не падает, вот, ну, по статистике. Поэтому здесь вот очень интересная цепочка, в которой лайфхаки повышения конверсии какие? Очень яркий, милый, прекрасный визуал и подарок, но подарок необычный. Все на местах. Я тоже часто говорю об этом кейсе, мне он очень нравится. И если вы слышали мое выступление, то прошу прощения, то есть, может быть, вы, для вас это уже не ново, но думайте, пожалуйста, как вы примените эти лайфхаки в своем email-маркетинге. Вот как? Уже четко приложение какое идет. Вот что это будет? Все на местах. Девичья команда организовывает стартап, товары для порядка уюта в доме. Решают автоматизировать email-маркетинг с нуля, потому что понимают, что не успевают. И лучше четко все автоматизировать, особенно в стартапах, это прям вот, ну, номер один нужно в молодых предприятиях, если у вас, ну, нет рук лишних. То есть руки, понятно, есть, лишних рук нет. Вот, и что они делают? Они начинают исследовать поведение человека. Поведение человека, что происходит? Человек, соответственно, оставляет корзины. Почему оставляет корзины? Как это все происходит? Да? На самом деле... Есть довольно большое количество людей, которые оставляют корзины
потому что их в этот момент отвлекают. На самом деле деньги есть, желание есть, но позвонил кто-то, да, там кошка пробежала, замяукала, надо покормить, там ребенок заплакал, нужно пойти, да, отвлечься, оторваться от этого. И человек уже забыл, на самом деле, что он горел этим, что он хочет купить. Вот, и, соответственно, какая здесь задача, да, то есть именно вот на них, ну, и не только, может быть, на кого-то, может быть, на кого-то еще была нацелена эта цепочка писем. Но вот эти ребята, которые забывали, вот это была главная целевая аудитория. Итак, посмотрите, если вы будете внедрять автоматизацию, вам нужно расписать сначала путь клиента. Что клиент делает? То есть клиент хочет заказать. Он приходит вот там, где корзина, да, получается. Он откладывает первое, выбирает товар. Второе, откладывает его, да, в корзину. И вот здесь начинаются вопросы. Какие вещи здесь показывают, вот, что нам не нужны эти действия клиента? Человек не покупает в течение определенного количества минут. Вот девочки, да, они все на местах, они поняли, что это вот, они взяли 5 минут. Вот 5 минут – критическая вещь, за которую нужно человека вернуть, пока он еще горит. Соответственно, они разработали, как они понимали очень четко, что оплаты нет. Причем, что хорошо, знаете, вот, ну, если про GetResponse говорить, про нашего робота, то есть он, когда интегрируется с сайтом, он прекрасно видит действия человека, да, то есть он понимает, перешел человек или нет, и они видят, что оплаты нет, да, то есть нет там thank you page, да, спасибо, то есть не произведено. Поэтому, да, кстати, насчет интеграции, не буду растекаться мыслью по древу, но девичьи команды, девочки, которые, ну, вообще раньше не работали с платформами автоматизации, они сами все это сделали, захотели и очень быстро интегрировали. То есть не волнуйтесь, интеграция тоже юзабильная вещь абсолютно. Так, вот они 5 минут смотрят, человек не купил, оплаты нет. Тогда высылается первое письмо. Окей, тех, кто перешел и купил, больше не беспокоит, да? Потом высылается второе письмо тем, соответственно, кто не купил. И, наконец, если они все еще не покупают, высылается третье письмо. Третье письмо – это последний шанс называется, вот как я их называю, да, или для тех, кто в танке. Да, кстати, вот этот кейс я рассказывала, знаете, на New Retail конференции в Сколково, и он безумно понравился интернет-магазинам, ко мне подходили люди с высокими должностями, да, в интернет-магазинах, и говорили, в крупнейших, и говорили: Юль, мне кажется, мы не докручиваем свои, значит, соответственно, цепочки, поэтому вот хотим узнать больше про это все. Теперь смотрите, первое письмо, друзья, напоминание о том, что вы забыли кое-что, оформить заказ, вернитесь на сайт. Заметьте, есть вот некоторые вещи очень важные. Первый, ни одной скидки, ничего, ни скидки, ни подарка, это просто напоминание. И второе, возникает визуал. Вообще вот сколько раз я вижу самые классные, самые какие-то успешные рассылки, в них есть история. Это сторителлинг. Это сторителлинг, который вы вот как Janssen Cosmetics, да, который здесь. Вы рассказываете его, и с каждым новым письмом возникает новая глава сторителлинга. И здесь вот для B2C, кстати, это очень круто, главный герой. Используйте главного героя. Вот, знаете, я у Travel Mart видела потрясающие рассылки. Они длятся, о, господи, они на 40% подняли через автоматизацию и классный контент. Продажи в год. Travel Mart – это проект Поезд.ру, вот их агрегатор, то есть заказ билетов железнодорожных. Там у них котик главный герой, да, есть Котофей Борисович, проводник. А здесь Мишечка. Маленький хороший Мишечка, который сопровождает всю эту цепочку, да, и он сначала говорит: вернись на сайт, я люблю тебя, да, вот, вторая цепочка, ой, второе письмо, у Мишечки уже, знаете, так вот, что-то такое, золото в глазах, и Миша начинает предлагать подарки. Здесь что интересно, подарки прогрессивные, это что значит, ты отложила на 1000 рублей, но если ты еще доложишь, то мы тебе подарок больше дадим, да, то есть это вообще потрясающая вещь, она не только возвращает, она работает на допродажу. И, наконец, третье письмо, это вообще мое любимейшее, разбитое сердце малявочки Мишечки, и такого шанса больше не будет. Подарки закончатся завтра. Но как ты можешь мне так разбивать сердце, как ты можешь ко мне относиться? Так, быстро беги и получай подарок. Вот видите, пошли для тех, кто в танке. Результаты. Открытие достигает 62%, переходы 40% и продажи конверсии достигают 11%. Теперь смотрите, да, открытие и переходы перемножаем, получаем более 24% клиентов, они возвращают в автоматизированном режиме, тех, кто не оплатил. Представляете, если 24 этих процента каким-то образом мы привлекали бы, например, через рекламу. Что очень круто, да, вот их отзыв. Во-первых, легкая интеграция. Девочки все это быстро сами интегрировали, все сами сделали. Да, они использовали нашу платформу, это GetResponse. Вот, и смотрите, экономия времени. 2 года построили цепочку и больше не прикасались. 2 года, она работает 2 года. И, наконец, девочки вот говорят, мы просто получаем деньги. 46% продаж из email автоматизировано.
Друзья, это наша версия, да, вот рекомендую, это GetResponseMax, это что такое? Это расширенная версия, в которой есть техподдержка, если вы хотите, например, там, чтобы вам настроили все это, да, в первую очередь, вот, и совершенно расширенные функции, да, по всей автоматизации. Поэтому если у вас большая база клиентов, вот, например, как я, Hansen, да, вот то, что я рассказывал, Travel Marty около 100 тысяч. Вот, если у вас большая база, да, подписчиков, email-подписчиков, вот рекомендую вам посмотреть эту нашу версию. Теперь как раз у меня остается 2 минуты, и это самое приятное время, это подарки. Друзья, точнее, ой, прошу прощения, тут 10 тысяч email-подписчиков, но у нас вот 10 тысяч, 20 тысяч email-подписчиков, поэтому если вы хотите учиться автоматизации, только внимание, это для крупных баз. Вот это подарок для крупных баз. А следующий подарок уже будет для баз, которых нет там 10 или 20 тысяч. Поэтому, друзья, если вы хотите учиться автоматизации, то мы предлагаем вам международный курс онлайн, сертификация. Да, сертификация, то есть вы можете получить сертификат, пройдя тест в течение этого курса. Вот, этот курс сделан, да, у нас в европейской штаб-квартире, в нашей штаб-квартире. Там 7 международных экспертов, и Америка, и Европа, и 22 онлайн-урока. Вот, поэтому и еще мы предлагаем вам онлайн-консультацию в подарок по настройке робота. Друзья, большие базы, обращайтесь, пожалуйста, сканируйте QR-код, переходите, заполняйте, да, форму, и все, наши ребята с вами свяжутся, наши эксперты. Теперь, если нет 20 тысяч подписчиков, 10 тысяч подписчиков, если нет, для вас у меня целый, вот знаете, такой прям обучающий, долгий подарок. Что там такое? Там будут полезные курсы, ссылки, чек-листы, статьи, то есть то, что вам поможет набрать подписчиков. Там их много, действительно, этих ссылок. Это такой, знаете, антикризисный пакет, я его называю. Пакет быстрого роста. Вот, я прошу вас, напишите мне WhatsApp, +7 968 681 4881. +7 968 681 4881. И текст подарки. Только WhatsApp, потому что там огромная, вот реально простыня такая, да, и с ссылками вместе через SMS не пройдет. Большое спасибо за внимание, друзья. Остаемся на связи. Вот моя визитка в Инстаграм, вот я в сетях. Вот, если есть вопросы, я думаю, ну, одна минута есть как раз вот на какой-то один или два вопроса. Вижу, Мария пишет, да? Мария пишет что-то. Мария пишет: Юля, спасибо большое, очень понравилось. Мария, мне очень приятно. Давайте дружить в Инстаграм. Делаю репост сторис, и мне очень приятно, когда мне пишут такие хорошие отзывы. Это меня вдохновляет. Спасибо вам еще раз. Ну что, смотрите, если вы сейчас не сообразите по вопросам, то есть, понятно, новый материал очень для вас, вы можете написать их мне в WhatsApp. И я постараюсь тогда найти вам информацию. Кстати, если вам интересно, у меня есть статистика. У меня есть статистика по email-открытиям, по email-переходам, по индустриям. Вот за 2019 год. То есть она совсем-совсем свеженькая. Поэтому вы можете написать мне еще слово «статистика», если вам интересно. Я вам пришлю ссылку на этот отчет. Он на английском, но там очень круто прям. Презентацию можно будет скачать или получить? Пропустил начало. Конечно, можно. Ольга наша прекрасная, которая ведет сегодняшний ивент. Оль, презентацию, да, потом отправим, хорошо? Да, конечно, можно. Ну все, друзья, огромное спасибо за внимание, вы молодцы. Успехов вам во всем, и в бизнесе, и в диджитал. Чуков. Константин, назначены вам права. Включаю вашу презентацию. Вы у себя включаете микрофон и, соответственно... Я здесь, я готов начинать. Начинайте, пожалуйста. Добрый день, друзья. Меня зовут Константин Ичуков. Я эксперт по работе с платным трафиком сервиса Елама. Сегодня мы с вами поговорим про генерацию рекламных кампаний для интернет-магазинов. Будем в первую очередь говорить про генерацию поисковой рекламы. И почему? Потому что для интернет-магазина поисковый спрос – это максимально горячий спрос. То есть когда человек в поиске того же Яндекса или Гугла вводит название конкретного товара, если, не дай бог, сейчас приставкой купить, заказать с доставкой в интернет-магазине, то это максимально горячий спрос.
и интернет-магазины в любом случае с этим спросом должны работать. Но возникает довольно много проблем. Вот об этих проблемах и как их можно решать, мы сегодня как раз и поговорим. А для начала в двух словах буквально, что за зверь такой Елама, чем занимаемся. Елама – это платформа, которая упрощает работу с интернет-рекламой. Через Елама можно запускать, анализировать, оптимизировать и оплачивать рекламные кампании в Яндекс.Директе, Google Ads, Facebook Ads, то есть реклама в Facebook, Instagram, ВКонтакте, MyTarget, TikTok Ads, Яндекс.Дзен, Яндекс.Карта, Яндекс.Навигатор и много еще чего. И на все это будет один комплект закрывающих документов для бухгалтерии. Это особенно важно тем, кто оплачивает рекламу как юрлицо и, собственно, хотел бы эти расходы проводить как расходы на рекламу. Ну, собственно, Елама это, в том числе и это упрощает. Кроме того, в Еламе довольно много других инструментов. Подробно я сегодня о Еламе рассказывать не буду. Мы сконцентрируемся непосредственно на теме, потому что у нее всего полчаса. Итак, мы разберемся с тем, какие проблемы возникают при работе с поисковой рекламой в интернет-магазинах, что не так с динамическими поисковыми объявлениями, как автоматически создавать и обновлять рекламные кампании, как охватить поисковые запросы, которые не содержат в себе прям точного названия товара, но их вводят люди, которые, в принципе, интересуются вашим ассортиментом. И что делать с ключевыми фразами, которым соответствует более одного товара. Товары тоже частая проблема, особенно при использовании генераторов, когда мы создаем ключевые фразы, с помощью которых мы будем таргетироваться на поисковые запросы. И при генерации может так получиться, что одной ключевой фразе соответствует сразу несколько товаров, сразу несколько товаров под эту фразу подходит, и куда в этом случае приземлять трафик, мы как раз будем разбираться. Ну и в конце расскажу несколько кейсов о том, к чему, собственно, приводит использование автоматизации в создании рекламных кампаний для интернет-магазина. Погнали. Итак, собственно, главная беда при запуске рекламных кампаний в поиске или интернет-магазинах – это проблема с охватом. Дело в том, что если название товара прямо очень подробное, то частота вот такой ключевой фразы будет около нуля. То есть, например, у меня есть товар в базе, он называется «Прорезыватель для зубов Happy Baby с водой силиконовый цвет в ассортименте». Но, собственно, как по-вашему, какая частота у такой ключевой фразы по Wordstat? Если кто-то из вас прям знаком с поисковой рекламой, то, собственно, можете мне в комментариях, если комментарии сейчас доступны, написать, вот у ключевой фразы «прорезыватель для зубов», «Happy Baby с водой силиконовый цвет в ассортименте». Какая частота по Wordstat, по-вашему? Ну, собственно, правильный ответ – около нуля. То есть конкретно прям так никто никогда вводить не будет. То есть кто-то может ввести «прорезыватель для зубов», кто-то может ввести «прорезыватель для зубов Happy Baby», кто-то может ввести «прорезыватель для зубов силиконовый» и так далее. Но прям вот целиком, полностью, вплоть до цвета в ассортименте, конкретно так никто никогда вводить не будет. Поэтому если мы будем просто использовать название нашего товара автоматически как ключевую фразу, то мы, по сути, вообще никого не охватим. Если же название у нашего товара, оно короткое и максимально емкое, то по нему, как правило, максимальная конкуренция. То есть если, например, у нас товар называется просто «прорезыватель для зубов Happy Baby», то по такому запросу будет максимальная конкуренция среди других продавцов этих самых прорезывателей для зубов. И мы просто в свое время работали с детской, с тематикой детских товаров. У меня этот прорезыватель для зубов, он у меня на подкорке уже отложился. Потому что это максимально понятная ключевая фраза, и по ней все рекламируются. И в этом случае у нас остается огромное количество релевантных поисковых запросов, которые не охвачены нашими рекламными кампаниями. То есть если мы, например, товар назвали «прорезыватель для зубов Happy Baby», и мы рекламируемся по этой ключевой фразе. Но мы могли бы рекламироваться на самом деле по фразе «прорезыватель зубов силиконовый», «прорезыватель зубов с водой». Или там, например, просто «прорезыватель без для зубов», просто «прорезыватель Happy Baby». Короче говоря, мы огромное количество потенциальных клиентов с помощью наших рекламных кампаний таким образом не охватываем. И это, собственно, огромная головная боль. Сами рекламные системы, такие как собственно, Яндекс.Директ и Google Ads, они для решения этой проблемы предлагают так называемые динамические объявления или DSA, Dynamic Search Ads. То есть это, собственно, автоматически создаваемая реклама, как раз в первую очередь для интернет-магазинов, которые автоматически подбирают, по каким поисковым запросам стоит вообще вашу рекламу показывать. С ними есть проблемки. Вообще это как бы полностью автоматический инструмент, который в соответствии с фидом, вашим товарным
Ну, то есть фит, товарный фит – это специальный файл, в который выгружается вся ваша номенклатура, ассортимент вашего интернет-магазина. И, собственно, система сама автоматически подбирает. Проблема только в том, что она подбирает именно сами поисковые запросы, она не генерит заранее ключевые фразы. То есть вы заранее ничего проверить не можете. То есть вы до запуска динамических объявлений не можете проверить, а по каким именно поисковым запросам реклама будет показываться. Это можно увидеть уже только постфактум, когда реклама начнет откручиваться. Только тогда можно будет видеть, по каким реальным поисковым запросам идет показ рекламы. При этом, к сожалению, до сих пор точность подбора ключевых фраз, ну, поисковых запросов, правильнее говорить, оставляет желать лучшего. То есть для конкретного товара может подобраться категорийный запрос. Например, человек ищет просто, например, не знаю, купить микроволновку. А мы ему почему-то показываем объявление с одной конкретной микроволновкой из нашего ассортимента, хотя на самом деле у нас микроволновок много разных. А для категорийного запроса, для категории может, наоборот, почему-то подобрать запрос с указанием конкретного товара. То есть, наоборот, человек ищет конкретную микроволновку, конкретного производителя, конкретную модель, а мы ему почему-то предлагаем перейти просто на всю нашу категорию с микроволновками. И этим как бы управлять тоже никак нельзя. То есть как система сама решит, что это им в голову взбредет, так она это и делать и будет, и объяснить ей, что она не права, у вас не получится. А что еще? А нельзя добавить цену на товар в текст объявления или там прям в заголовок. В лучшем, если в заголовок цена подставится автоматически, такое иногда происходит, поскольку заголовки у динамических объявлений, они формируются автоматически самой рекламной системой. Если рекламная система подтянула цену в заголовок, ну, нам повезло, он может и не подтянуть. А в текст объявления мы вообще при всем желании цену вставить не сможем, потому что текст для динамических объявлений, он пишется один на всю товарную категорию, как правило. Ну, то есть там можно вообще как бы один текст написать на весь ассортимент, но обычно все-таки дробят группу объявлений по товарным категориям, и текст объявления, он пишется под всю товарную категорию. Соответственно, мы не можем цену написать на конкретный товар, потому что у нас текст общий для всей товарной категории. И это как бы плохо, потому что даже если наша цена не является нашим конкурентным преимуществом, то есть даже если наша цена там не самая низкая на рынке, то ее все равно полезно показать в объявлении, чтобы люди плюс-минус понимали, а сколько вообще это будет стоить. Потому что каждый раз, когда человек собирается что-то купить, какой-то товар, у него в голове есть определенный бюджет заложен на покупку этого товара. Если он будет просто видеть, что ваша цена за пределами его бюджета, он с меньшей вероятностью вообще на объявление кликнет. И хорошо, потому что раз эта цена для него слишком высокая, то значит и не надо было, чтобы он кликал по объявлению, потому что он все равно не купит. Это, для него это слишком дорого. Он искал варианты сильно дешевле. А дальше. Нельзя принудительно управлять актуализацией динамических объявлений. То есть, если у вас в ассортименте что-то изменилось, нельзя там какую-то кнопку специальную нажать, и чтобы гарантированно рекламная кампания пересобралась. Они работают полностью автоматически, и просто мы надеемся на то, что система увидит изменения в фиде и максимально оперативно отреагирует. Но прям заставить ее это сделать нет такой возможности. Насколько, по крайней мере, насколько я знаю. И нельзя управлять ставками по каждой ключевой фразе в отдельности, потому что никаких ключевых фраз нет. Соответственно, наиболее правильный подход к управлению ставками в динамических объявлениях – это автостратегия. Но при этом с автостратегиями тоже возникает довольно много проблем, с ними надо уметь работать. Не у всех интернет-магазинов такой огромный вал заказов, что они могут в качестве цели оптимизации при использовании автостратегии использовать именно саму покупку. То есть если у вас там не десятки заказов каждый день, то как бы вам автостратегии будет использовать довольно сложно. Ну и, собственно, поэтому до сих пор, несмотря на то, что динамические объявления в рекламных системах появились довольно давно, до сих пор многие используют генераторы, так называемые внешние генераторы рекламных кампаний, то есть внешние программные обеспечения, то есть не которые не находятся внутри самой рекламной системы, подключаются отдельно. Чем лучше внешние генераторы, чем вот внутренние инструменты, которые предлагают сами рекламные системы? Ну, во-первых, это полный контроль над семантикой, то есть генератор заранее создает рекламную кампанию, вы ее можете проверить, если вас что-то не устраивает, вы можете удалить, отминусовать, использовать другие правила генерации, только после того, как вы убедитесь, что сгенерировались именно те ключевые фразы, которые вам нужны, что там нет ничего, что вам не надо, только после этого можно рекламу запускать. Во-вторых, поскольку заранее генерятся все ключевые фразы,
мы можем и ставками тоже управлять по каждой ключевой фразе в отдельности. Опять же, замерять эффективность работы каждой ключевой фразы, где-то ставки повышать, где-то ставки понижать. То есть у нас становится больше контроля вообще за ставками и за тем, по какой цене мы закупаем трафик, по каким поисковым запросам. Поскольку мы заранее создаем рекламные кампании и заранее генерируем объявления, мы можем генерить объявления на каждую ключевую фразу, в отдельности, мы можем генерить объявление отдельно на каждый товар. И, соответственно, мы можем цену подставлять хоть в заголовок, хоть в текст объявления, как захотим. И можем заранее проверить, что у нас подбираются для запросов нужные посадочные страницы, чтобы мы увидели, что если человек ищет конкретный товар, ну, значит, он будет приземляться на карточку этого конкретного товара. Если это категорийный запрос, то, ну, соответственно, на категорию или там на подборку товаров и так далее. Мы про это еще поговорим. Ну и, собственно, как увеличивать охват, используя генераторы для рекламных кампаний, если вы хотите увеличить охват поисковых запросов, но сделать это максимально эффективно, то есть охватить именно те поисковые запросы, которые с большей вероятностью будут приводить к вам потенциальных клиентов. Да. Итак. Как использовать генераторы для того, чтобы увеличивать охват рекламных кампаний? Смотрите, у нас на каждый товар по-хорошему есть отдельно, есть бренд, то есть какого производителя этот товар, есть название этого конкретного товара, модель и характеристики отдельные. И по идее мы можем перебрать комбинации всего этого между собой, то есть, например, бренд плюс модель. Название товара плюс характеристики. Бренд плюс название товара и так далее. И все это у нас будет отдельно взятая ключевая фраза. То есть помните, я вначале приводил пример с этим прорезывателем для зубов. Соответственно, у нас что такое? Прорезыватель – это название товара, Happy Baby – это бренд. Конкретной модели там нет, но есть характеристика для зубов, характеристика с водой, характеристика силиконовой. Соответственно, мы могли бы все перебрать. То есть Happy Baby, ну, там, Happy Baby – прорезыватель, прорезыватель для зубов, прорезыватель с водой, прорезыватель силиконовый и так далее. Но это все можем сделать, если у нас все эти характеристики, все эти вещи, такие как бренд, название товара, модели, характеристики, если это все у нас записано в отдельных полях в базе данных, в отдельных полях карточки товара, если хотите. То есть если, а если это все одна строчка текста, если это просто тупо название товара, прорезыватель для зубов Happy Baby с водой силиконовой, то как бы, ну, мы не сможем это все перебрать, то есть мы не сможем это вытащить. С точки зрения системы это просто тупо название товара. Теоретически мы можем такие длинные, неструктурированные названия и описания распарсить, то есть натравить какого-то робота, который автоматически вытащит оттуда бренд, название, модель, характеристики. Но не рассчитывайте, что можно просто взять где-то готовый какой-то алгоритм, какой-то готовый скрипт, который будет это делать качественно. Для того, чтобы система действительно смогла понять, где здесь бренд, где здесь название товара, где его характеристика. Ну, например, мы там поняли в свое время, что характеристики часто начинаются с предлога «для зубов с водой». То есть они часто начинаются с предлогов, но это правило выполняется далеко не во всех товарных категориях. То есть где-то, например, это прилагательное, это тоже часто характеристика, но иногда прилагательное является частью названия товара. Например, мой любимый пример на эту тему – это деревянная железная дорога. В данном случае железная дорога – это название товара, а деревянная – это его характеристика. И при этом у нас два подряд, два прилагательных. И разобрать это автоматом очень сложно. То есть нам надо применять довольно сложный алгоритм с мат-лингвистикой, и вряд ли вы сможете самостоятельно с этим разобраться. То есть либо генератор предоставляет такую возможность, ну, либо вы сами вряд ли это сможете сделать. Как, собственно, увеличить охват? Первое, самое очевидное, это транслитерация брендов. И, кстати, об этом часто забывают. Опять же, вот вам вопрос на проверку. По какой ключевой фразе, как по-вашему, больше охват по Wordstat'у? Смартфоны Samsung, где Samsung написан латинскими буквами, как вот это официально называется правильно бренд, или смартфоны Samsung, где Samsung написано по-русски? Как по-вашему, где больше охват? Где большая частота по Wordstat'у? У первого варианта или у второго? По-русски, конечно же. А как по-вашему, где больше рекламодателей? По первому варианту или по второму?
По первому. Потому что это правильное название. Так бренд прописан, скорее всего, в товарном фиде. Он так оттуда вытаскивается. В результате получается странная ситуация. Больше потенциальных клиентов пишет по-русски, но при этом меньше рекламодателей рекламируются по такому поисковому запросу. То есть как бы, ну, очевидная вроде бы вещь, но по факту не все этим пользуются. Поэтому нужно обязательно использовать не только официальное правильное название бренда, но и как минимум его транслитерацию. При этом на самом деле вариантов транслитерации может быть больше, чем один, потому что вот есть, например, такой бренд, опять же, детских товаров, этой игрушки Baby Burn, и все, на момент создания этой презентации все четыре варианта Яндекс считал разными поисковыми запросами. То есть он все эти четыре варианта, их между собой не склеивал. И здесь как бы там нужно только хорошо понимать, нужно быть знакомым с этим брендом, в общем, чтобы угадать, у какого именно варианта больше, самая большая частота, самый большой охват. Но, сами понимаете, не по оригинальному правильному названию латинскими буквами, конечно же, по одному из трех, которые русскими буквами написано. И там как бы по количеству рекламодателей еще больше был разброс. На самом деле транслитерация бренда – это один из частных примеров использования синонимов для расширения охвата. Потому что на самом деле мы должны использовать еще синонимы и подменять. Например, вот у нас есть такая характеристика у смартфона, как диагональ экрана. И на самом деле люди, ну, потенциальные клиенты, потребители, они могут очень по-разному формулировать эту характеристику. То есть они 6 дюймов, экран 6, диагональ 6. И даже просто большой экран, большая диагональ. Ну, то есть для смартфона 6 дюймов – это уже довольно большой размер, некомпактный, скажем так. Хотя там все постоянно увеличивается. Но при этом, если мы посмотрим на другую товарную категорию, например, ноутбуки, то там это 20 дюймов уже считается большим экраном. Например, там 15 дюймов – это считается компактный такой нормальный обычный ноутбук, а если нужна большая диагональ, это уже 20 дюймов. Соответственно, мы не можем использовать какие-то готовые словари синонимов. Мы синонимы должны подбирать под каждую товарную категорию. Более того, мы должны помнить о том, что у нас синонимы бывают двухсторонние и односторонние. Например, 6 дюймов – это экран 6, и экран 6 – это 6 дюймов. То есть это работает в одну и в другую сторону. Это двусторонний синоним. Синоним бывает односторонним. Например, 6 дюймов – это большой экран, но не каждый большой экран – это обязательно 6 дюймов. Это может быть 7 дюймов, это может быть там, 8, это может быть для кого-то, может быть там, 5,5 дюймов – это уже большой экран. То есть это односторонний синоним. То есть в одну сторону правило работает – 6 дюймов – это большой экран, но в другую сторону это не работает. Не каждый большой экран – это 6 дюймов, обязательно 6 дюймов. Ну и как искать, как составлять эти словари синонимов под каждую товарную категорию? Порыться как следует в WordStat и, ну, в принципе, разбираться в этой конкретной товарной категории. То есть без специалиста, без эксперта, того, кто вообще понимает, как это все устроено, вы вряд ли сможете. То есть, повторюсь, какие-то готовые словари крайне не рекомендую использовать. Их надо составлять самостоятельно под конкретно ваш ассортимент, под конкретно ваши товарные категории. То есть если мы залезем в WordStat и посмотрим, какие запросы похожи на ноутбук 20 дюймов, мы увидим там как раз экран 20 дюймов, ноутбук с большим экраном, самый большой ноутбук, диагональ 20, экран дюйма, диагональ ноутбука и так далее. И мы, собственно, оттуда можем эти самые синонимы надергать. Если же мы начали работать с генераторами, мы, скорее всего, столкнемся с другой проблемой того, что мы можем нагенерить, на самом деле, там просто огромное семантическое ядро. Там не то, что тысячи ключевых фраз, десятки тысяч ключевых фраз, может быть, даже сотни тысяч ключевых фраз. Я знаком с кейсами, когда нагенерили, там, прости господи, миллионы ключевых фраз. Там, как с этим работать, невозможно понять, потому что мы всегда находимся в ограничениях. Первое ограничение – то, на самом деле, не самое очевидное, но то, с которым вы точно столкнетесь, если начнете работать с большими рекламными кампаниями, это ограничение по количеству баллов API, которые выдает Яндекс.Директ на загрузку рекламных кампаний, на внесение изменений в рекламные кампании. На все это тратятся так называемые баллы API. Раньше баллы API начислялись раз в сутки, и это была вообще беда. Сейчас баллы начисляются хотя бы каждый час, и если что, там, если тебе не хватило баллов, можно через час дозагрузить. Но тоже, сами понимаете, не одномоментно. Как Яндекс решает, кому сколько баллов API давать? Все это зависит от ваших расходов. Если вы крупный рекламодатель, тратите много денег на рекламу, вам выдается больше баллов API, потому что вы нагружаете сервера Яндекса, это для них расход,
И если вы мало тратите денег, он не хочет вам много ресурсов выделять. Если вы тратите много денег, вот вам, пожалуйста, ресурсы, загружайте, что хотите. Поэтому если вы небольшой интернет-магазин, который не тратит пока на рекламу миллионы рублей, ну, конкретно даже не то, что он реклама, а конкретно на Яндекс.Директ, вы пока не тратите миллионов рублей в месяц, вы тратите, там, не знаю, 50, может быть, 100, 150 тысяч рублей в месяц, вам баллов на самом деле будет выдаваться не так много. Поэтому если вы хотите нагенерить там огромное семантическое ядро, вам просто может тупо баллов не хватить на то, чтобы эти рекламные кампании регулярно обновлять. Или там даже иногда их не хватает тупо для того, чтобы рекламные кампании загрузить в рекламный аккаунт. Второе, более очевидное ограничение – это рекламный бюджет. Нам для того, чтобы протестировать ключевые фразы, нужно по каждой ключевой фразе накопить какую-то более-менее репрезентативную статистику. А, соответственно, это нужно купить клики. Если мы, например, там нагенерили 100 тысяч ключевых фраз, нам по каждой ключевой фразе надо купить там 200-300 кликов. Это получается, что там 200-300 тысяч кликов. Вспомните, сколько у вас в среднем стоит один клик вашей тематики, умножьте это на 300 тысяч, получите примерный бюджет на то, чтобы все эти ключевые фразы протестировать как следует. Ну, сами понимаете, насколько это огромные деньги. Вряд ли у вас эти деньги есть. Ну, потому что безграничный бюджет у ни у кого нет, бюджет ограничен. Поэтому при генерации нужно расставлять приоритеты. В идеале, конечно, мы должны в первую очередь загружать в рекламной кампании те ключевые фразы, по которым у нас прогнозируется хорошая конверсия. Но для того, чтобы прогнозировать конверсию на своей стороне, нужно использовать либо какие-то продвинутые инструменты, либо там нанять каких-то дата-сайентистов, которые вам prediction-алгоритмы на машин-лернинге напишут. Сейчас специально максимум непонятных слов накидал, чтобы объяснить, что это не так просто. То есть в лоб это как бы задачка не решается, это не самая простая задачка – прогнозировать конверсию по каждой ключевой фразе, пока по ней еще не накоплена никакая статистика. Там надо кластеризацию, ну, так, короче, долго объяснять, даже не хочу сейчас сегодня на это время тратить. Можно было бы загружать в первую очередь наиболее релевантные ключевые фразы, но там тоже возникает куча проблем с проверкой. Поэтому на самом деле на старте мы обычно ограничиваемся всего двумя вещами. Мы смотрим, есть ли в ключевой фразе такие слова, как купить, заказать, с доставкой в интернет-магазине и так далее, то есть так называемая продающая добавка. А второй важный момент – это просто частота ключевой фразы. Если ключевая фраза имеет высокую частоту, то есть у нее хороший охват, то, во-первых, мы сходу охватим довольно много поисковых запросов и выше вообще вероятность там получить какие-то продажи каких-то клиентов. Во-вторых, по этим ключевым фразам начнется расход, а я говорил о том, что чем больше денег мы тратим на рекламу, это особенно актуально для новых аккаунтов Яндекс.Директа. Чем быстрее мы начнем там оттратить деньги на рекламу, тем все больше и больше нам будет выдаваться баллов API, и мы сможем дозагрузить уже более низкочастотную семантику. Ну и про групповые объявления. У нас часто возникает проблема, как я уже говорил, когда на одну ключевую фразу подходит сразу несколько товаров. Возникает закономерный вопрос, а куда приземлять пользователя, который по такому объявлению кликнет. Какие есть варианты? Можно приземлять на один какой-то товар из тех, которые подходят. Например, на самый дорогой, но тогда люди могут уйти без покупки, их цена может отпугнуть. Можно приземлять на самый дешевый товар, ну, тогда мы можем потерять в доходе, потому что человек, может быть, готов был купить более дорогой товар, но мы ему предложили самый дешевый. Можно приземлять на самый популярный, но тоже не совсем понятно, и популярные товары и так неплохо продаются. Может быть, наоборот, стоит приземлить на тот товар, который меньше всего охвачен другими ключевыми фразами, потому что чаще всего интернет-магазины заинтересованы в том, чтобы весь ассортимент плюс-минус продавался. Потому что, понятное дело, есть какие-то товары локомотивы, но все остальные товары тоже должны продаваться. Поэтому, наверное, одним из самых правильных вариантов будет, как если приземляем на один конкретный товар, то на тот, который просто другими ключевыми фразами не охвачен, но мы этот товар пока мало рекламируем. Можно приземлять на максимально подходящую товарную категорию, но для того, чтобы определить, а какая товарная категория будет максимально подходить, нужно сделать, ну, например, при работе с нашим лингвогенератором, в Еламе, нужно будет просто сделать дополнительный фит, с помощью которого как раз будет определяться, какая категория или подкатегория наиболее подходящая конкретно под этот запрос. Если на сайте есть поиск, и этот поиск работает хорошо, то можно просто отправить на поиск по этой ключевой фразе. Например, у нас был запрос там «купить медведя с бантом», и мы это подставляем как поисковый запрос внутри интернет-магазина «Медведь с бантом», и у нас вводится весь ассортимент. На самом деле еще правильнее делать вообще специальную, так называемую групповую посадочную страницу. Иногда это может выглядеть как поиск по сайту,
Но вот мы когда с Озоном пилот делали с нашим линовым генератором, мы как раз там генерили такие специальные странички, они выглядели как поиск по сайту, но при этом на самом деле там просто подставлялась ключевая фраза, из таблицы вытаскивались, какие товары этой ключевой фразе подходят из специальной таблички, и, собственно, эти товары здесь выводились как якобы как результаты поиска. На самом деле эту подборку делал наш линговый генератор. Но это такой достаточно продвинутый способ. Я уже говорил, начал упоминать о том, что в Еламе есть линговый генератор, и то, о чем я сегодня рассказывал, это как раз опыт наш, накопленный при разработке и при тестировании нашего лингогенератора. То есть чем он хорош, на мой взгляд? Он очень просто настраивается, то есть там простые настройки генерации ключевых фраз и составления объявлений, при этом он собирает максимально полное семантическое ядро, автоматически согласовывает слова в заголовках, чтобы не получилось там «ноутбук Москва купить». Если моя говорит «ноутбук Москва купить», ваша понимает, что моя не очень хорошо знает русский язык. Но чтобы этого не происходило, там есть модуль, который автоматически слова согласовывает, чтобы получилось купить ноутбук в Москве. И он обновляет цены и проверяет наличие товаров каждые 60 минут. То есть если цена изменилась, он ее изменит в объявлении. Если товар перестал продаваться, то объявление будет автоматически выключено. Если кому-то интереснее подробнее узнать про наш генератор, есть по ссылке. Ну, а теперь кейсы, поскольку осталось у меня совсем немного времени. Первый кейс – это интернет-магазин, в ассортименте которого более 7 тысяч товаров. Это довольно крупный получается интернет-магазин, по крайней мере, в рамках ассортимента. При этом там как смартфоны, компьютеры, так настольные игры, товары для детей, то есть ассортимент достаточно разнообразный. В основном клиенты приходили из Яндекс.Маркета, и, соответственно, стояла задача найти какие-то дополнительные источники трафика, потому что Яндекс.Маркет – это очень высококонкурентная среда, и там как бы довольно сложно вообще привлекать клиентов по цене, которая будет, ну, не превышать доход с этого клиента. То есть там многие с Яндекс.Маркетом работают вообще плюс-минус в ноль, и очень сложно там что-то зарабатывать. Поэтому стояла задача найти другие каналы. При этом средняя стоимость заказа должна была составлять не более 10% от суммы заказа. То есть до так называемой доли рекламных расходов там не больше 10%. При этом проблема была, которая мешали, собственно, работать с руками, просто что-то там создать. Во-первых, популярные товары очень быстро заканчиваются на складе. То есть, и поэтому как раз нужно автоматически быстро выключать объявления на те товары, которых больше нет в ассортименте, которые закончились. При этом в разных разделах каталога очень разная маржинальность. Там есть какие-то товарные категории, где маржа там до 50% доходит, а есть где всего 5%. Сами понимаете, там ставки совсем разные должны быть. При этом в некоторых разделах, там, например, там какие-нибудь аккумуляторы, батарейки, там огромный разброс в цене товаров. То есть есть как бы аккумуляторы, которые стоят, там, не знаю, там десятки тысяч рублей, а есть как бы просто батарейки простенькие, которые стоят 100 рублей. И поэтому такие дешевые товары особого смысла рекламировать нет, потому что там просто цена клика, она иногда может стоить вообще, сколько стоит сам товар. Поэтому самые дешевые товары надо было выключать. Вот. В результате с помощью лингогенератора запустили 86 рекламных кампаний. Это примерно 4000 объявлений для 6000 товаров. После оптимизации часть товарных категорий выключили, где, собственно, экономика не сходилась. И после оптимизации доля рекламных расходов составила всего 8%. То есть, собственно, KPI был выполнен. Кому, опять же, интересно, по ссылке можно про кейс почитать более подробно, как там все настраивалось. И второй пример – это уже более специализированный интернет-магазин. Это онлайн-гипермаркет «Люмерон». Это довольно крупный ритейлер осветительных приборов на российском рынке. И там в ассортименте 34 тысячи товаров. При этом с контекстной рекламы как бы, ну, дела идут не очень хорошо. То есть были запущены товарные рекламные кампании там и так далее, но вот конкретно с поисковой рекламы не очень хорошо. И цена заявки до начала работ с контекстной рекламы составляла 1354 рубля. И я подозреваю, что там экономика сходилась там не на всех товарных позициях. Понятное дело, есть какие-то осветительные приборы довольно дорогие, там за заявку можно заплатить почти 1500 рублей, но я уверен, что это довольно много. Опять же, особенности проекта, что довольно специфический ассортимент, то есть это не электронная техника, не бытовая техника, там не смартфоны, это как бы осветительные приборы. Не все товары из ассортимента пользуются прямым спросом, то есть там, опять же, много ли брендов, много ли моделей осветительных приборов вы знаете? Скорее всего, очень немного. Но есть в ассортименте и популярные бренды, которые людям известны, которые прям часто ищут товары определенного бренда, иногда даже конкретную модель. Это, скорее всего, не простые потребители, это, возможно, люди, которые занимаются дизайном интерьеров, которые занимаются ремонтом. Они часто могут искать там конкретную модель, потому что знают, что она здесь будет хорошо смотреться. Ну и там обычные потребители, может быть, тоже знают, но они редко помнят правильное название бренда. Там как раз синонимы
для брендов, они сильно выручили в итоге. И позволило добиться того, что мало кто из конкурентов настолько сильно заморочился с поисковой рекламой, и это позволяло генерировать более релевантные объявления, чем делают все остальные. То есть вот все остальные рекламируют просто бренд светильников Eglon, не знаю, как правильно произносится, а с помощью лингенератора генерировались там на конкретной модели, то есть вот конкретно Наведа. Рекламировался он, причем с конкретной ценой сразу в объявлении. То есть это позволяло как бы конкуренцию выигрывать и покупать гораздо более дешевые клики, может быть, там не показываться на самом верху, но при этом клики покупать там в разы дешевле, чем это делают конкуренты. Коллеги, которые занимались, наши партнеры, которые занимались настройкой этих рекламных кампаний, за 2 дня все настроили и, собственно, смогли увеличить количество заявок на 40% с контекстной рекламы и уменьшили цену заявки на 25%. Очень неплохие, считаю, результаты. Опять же, кому интересно подробнее, можно почитать по ссылке. Выводы, поскольку время у меня уже закончилось. К сожалению, полностью автоматизировать рекламу для интернет-магазина нажатием там какой-то одной кнопки не получится. Собственно, при настройке генератора требуется учесть особенности бизнеса, ассортимента и поведения потребителей даже, поэтому на настройку какое-то время нужно потратить. Но зато после настройки, опять же, по опыту наших коллег, наших партнеров, кто занимается настройкой ведением рекламных кампаний для клиентов, можно уменьшить примерно там до 80% объем рутинных операций. То есть заниматься именно какой-то более осмысленной работой, а не там подбором семантики, чисткой ее и написанием объявлений. На этом, собственно, у меня все. В презентации есть несколько бонусов для вас. Если интересно о том, какими акциями сейчас можно воспользоваться в Еламе, например, можем для вас бесплатно настроить рекламные кампании, там есть возврат комиссии. В общем, кому интересно, как можно сэкономить и что-то получить, может быть, на халяву, заходите по ссылке с этого слайда. А поскольку я сегодня уже, наверное, не успею ответить на ваши вопросы, то, если что, можете задавать вопросы в сообществах Елама в соцсетях или можете оставить отзыв на мое сегодняшнее выступление. А благодарный за отзыв. И, можете прямо там вопрос задать в этом отзыве. Благодарный за то, что оставите отзыв, получите подборку из 100 полезных материалов по интернет-рекламе и веб-аналитике. На этом у меня все. Я, к сожалению, выбился на 5 минут из тайминга, но я так понимаю, что и вопросов ко мне не поступало. Ну, раз вопросов нет, всем удачи, низких ставок, высоких конверсий. Пока. Коллеги, всем привет. Меня зовут Илья. Я руководитель компании Alytics, и я сегодня буду рассказывать про сквозную аналитику. Я так понимаю, что вы меня уже видите. Если меня видно и слышно, там кто-нибудь в чат напишите, типа, что все окей, на всякий случай. Окей, все, супер. Сейчас, я так понимаю, коллеги включат мне мою презентацию, и, собственно, давайте приступать. Коллеги включат мне мою презентацию? Презентацию нам высылали? Да-да-да. Я же вот прям сразу скинул на почту. Окей, давайте я начну. Так, это не моя презентация. К сожалению, на почте не вижу. Как только будет, я вам ее включу. Все, так, давайте пока презентации. Окей, хорошо. Коллеги, смотрите, я, собственно, буду сегодня рассказывать про сквозную аналитику. И первый вопрос, который, ну, всегда задается, требует осознания и понимания, это что такое сквозная аналитика. И я 7 лет про это рассказываю, и история заключается в том, что сквозная аналитика – это про то, чтобы посчитать, сколько мы тратим и сколько мы зарабатываем. И курьезность этой ситуации заключается в том, что это очень простой вопрос, и на который как бы всегда есть очень сложный ответ. Пока у меня включается презентация, я начал вот что-то рассказывать, у меня будет большая просьба к аудитории. Смотрите, я сейчас даю ссылочку в чат, и я хочу, чтобы вы по этой ссылочке заполнили небольшую анкету.
Результаты, желательно это сделать прямо сейчас, пока я рассказываю. В конце мы по результатам, там, я на эти результаты наложу некую статистику, исходя из, скажем так, нашей, исходя из нашего опыта и исходя из того, что мы там, умеем делать на сегодняшний день. Вот. Итак, сквозная аналитика состоит из нескольких вещей. Это ваши рекламные каналы, это те данные, ну, собственно, ваш сайт, на который трафик с этих рекламных каналов поступает, и это, соответственно, ваша CRM-система, в которую, собственно, должны поступать итоговые данные из всех этих площадок. Ну, собственно, сквозная аналитика, которая потом все это анализирует. Соответственно, история заключается в том, что ключевая проблема на сегодняшний день там, большинства российских бизнесов – это отсутствие CRM-системы. Как ни странно, даже если бизнес говорит, что CRM-система у нас есть, мы ей пользуемся, как правило, бизнес ей реально не пользуется. Во-первых, наш отечественный с вами руководитель, коллега, он страдает фичеризмом. Что это значит? Это значит, что, решая внедрить CRM-систему, руководитель зовет интеграторов, эти интеграторы начинают рассказывать ему про свой продукт, про продукт, который они продают. Мы продаем продукт компании 1С, у нас есть 487 функций, и стоить это вам будет 64 тысячи рублей в месяц. А мы продаем продукт компании BMP, и у нас есть 580 функций, и стоить это будет 73 тысячи рублей в месяц. И руководитель такой: за 10 тысяч рублей 100 функций, круто, нужно брать, да? История заключается в том, что ваш коллега, ваш сотрудник, ваш подчиненный, ваш руководитель отдела маркетинга, ваш маркетолог, ваш продажник, ваши коллеги, ваши сотрудники, они не любят работать. А если вы сходили на конференцию, послушали парня типа меня, который вам рассказал о том, что CRM – это очень нужная вещь, которой нужно пользоваться, до вас почему-то в этот момент это дошло, вы пришли в офис и сказали, что: ребята, эгегей, мы теперь будем пользоваться CRM-системой. Я теперь буду знать, сколько вы звоните, сколько вы продаете, сколько вы отправляете писем клиентам, выполняете ли вы нормы по усилиям, как вы общаетесь, как вы закрываете сделки. Я теперь все это буду видеть, все это буду считать. И за это я вам буду приплачивать 10 тысяч рублей. Нет. Вы все это говорите без 10 тысяч рублей. Вы просто говорите о том, что вы будете это делать. И если вы все это говорите без 10 тысяч рублей, и кто-то после этого встает и такой: да, великий руководитель, мы так давно этого ждали, спасибо огромное. Увольте этого человека, потому что он неадекватный. Если человеку накидывают дополнительную работу, ничего не дают взамен, не приплачивают, и он этому рад, он неадекватный. Он придет в офис с ружьем. Пиар по федеральным каналам – это прикольно, но такой он вам не нужен. И люди саботируют рабочий процесс, и это нормально. Нужно к этому относиться адекватно и нормально, потому что люди не любят работать. Поэтому чем сложнее CRM-система, которую вы купили, тем меньше шансов, что вы ее внедрите. Это факт. За 7 лет я видел огромное, ну, реально десятки компаний, которые подходили ко мне после конференции, когда я что-то рассказывал, говорили: Илья, спасибо огромное, наконец-то мы поняли, как правильно внедрить CRM-систему. Они, соответственно, ну, внедряли как бы эту систему. Точнее, они говорили, что мы будем внедрять, они подходили, мне об этом говорили, и после этого выходили из зала. И у меня реально складывается впечатление, что за дверьми зала, где я выступаю, стоит маньяк с топором, который на выходе говорит: а вы будете внедрять CRM-систему? Человек такой: будем! Да? Следующий. То есть эти люди уходили и никогда не возвращались. Потому что, ну, это вот, это так устроено. И CRM-система – это самая большая проблема для отечественного бизнеса. А потом мы можем пойти дальше и сказать, например, о том, что... Что у нас с рекламными каналами? Вот, смотрите, я
там, люблю рассказывать какие-то истории. Вот история, которая произошла ровно 5 минут назад. Я в 11.20 вышел со встречи с немецкой компанией, которая в России представлена там 10 лет, но 3 месяца назад они перезапустили сайт. И у них, вот я сейчас сижу около их офиса буквально, и их, после того, как они перезапустили сайт, трафик рухнул фатально. Буквально у меня сейчас открыта метрика, вот прям на экране, вот мы только что на встрече ее смотрели. То есть, условно говоря, у них еженедельный трафик из поиска был порядка 15 тысяч человек в сутки, а стало 400 человек в сутки. При этом продажи у них выросли. Они говорят, ну вот у нас в среднем за год было порядка 60... Они работают в сегменте очень дорогого B2B. Они говорят, у нас за год было порядка 60 заявок всего. Сейчас мы имеем 2 заявки в день. А знаете, что они сделали? Они просто на видном месте на сайте написали свой e-mail и номер телефона. При том, что трафик феерически рухнул, у них стало больше заявок. И это история про то, что иногда для увеличения продаж просто достаточно в правом верхнем углу разместить номер телефона. Пример, который я привожу из года в год на там, всех конференциях, потому что я прям считаю, что это вот такой самый эпичный эпик, заключался в том, что на одном из сайтов клиента, который пришел к нам за сквозной аналитикой, ты открываешь сайт, и все, что ты видишь, то есть, да, у меня ноутбук, и по большому счету я вижу шапку и баннер на этом сайте. Все, что я вижу, я открываю сайт, я вижу пузико. Пузико в костюме. Ну, с галстуком, да, вот я вижу кусок галстука, кусок белой рубашки, пиджак, и все это облекает пузико. И это все, что я вижу. Компания называется, я надеюсь, они меня не слушают, Илада. Вот Илада и пузика. По-моему, они продают костюмы. И ровно через 4 секунды, уже после того, как я ушел с сайта, скорее всего, появляется надпись DRM. Новое качество связи. Я сильно сомневаюсь, что из присутствующих сейчас людей есть кто-то, кто, ну, кто уже догадался, что продают коллеги. А коллеги продают рации. И ничто на первом экране мне об этом не подсказывает. И люди приходят ко мне за сквозной аналитикой со словами типа, Илья, вот мы хотели бы как-то посчитать наши усилия. Блин, уберите пузико. Если вы сейчас попробуете поискать эту компанию, они все еще существуют, пузико они убрали. Насколько я знаю, это сильно помогло их продажам. Из-за сквозной аналитики они до сих пор не обратились, потому что, ну, они пытаются обработать тот спрос, который у них возник, когда люди, приходя к ним на сайт, стали понимать, куда они пришли. Так что, если вы задумались о сквозной аналитике, мой первый совет будет: сначала ответьте себе на вопрос, точно ли у вас все в порядке? Точно ли вы работаете с хорошим агентством по SEO-продвижению? Точно ли у вас как бы хорошие ребята делают контекстную рекламу? Точно ли у нас все в порядке с сайтом? Он не тормозит, он фильтр быстро отрабатывает в нашем интернет-магазине. Если у вас с этим проблемы, вы можете обратиться ко мне, например, там, найдя меня в Facebook, я вам подскажу хороших ребят. Кроме шуток. Перед тем, как вы придете в компанию Alitix за сквозной аналитикой. Потому что пока у вас все не отлажено, в этом, по большому счету, ну, можно найти смысл, может быть, сквозная аналитика поможет вам найти узкие места, но для этого они должны быть сложными и неочевидными. А как показывает моя практика, у меня люди иногда приходят за сквозной аналитикой, когда мы решили открыть новый бизнес и хотим сразу сделать все правильно. Наймите сейлза, да, значит, то есть, чтобы что-то продать, чтобы было что мерить, нужно сначала что-то продать. Поэтому давайте сначала ответим на вопрос, когда нужно заниматься сквозной аналитикой. Когда у вас все в порядке с рекламными каналами, когда у вас есть CRM-система,
Бывают случаи, безусловно, когда CRM-система не нужна. Но вообще, глобально задумайтесь вот о чем. Что находится в CRM-системе? Контакты людей, которые хотят заплатить вам деньги. Очень странно не записывать их номера телефона. А настроены ли у вас в нормально счетчики и пользуетесь ли вы колл-трекингом? Потому что почему-то у меня переключаются презентации, а моей все еще нет. Пускай лучше будут контакты моих коллег из Еламы. Я к ним очень нежно отношусь. Вот, смотрите, история в следующем. Нужно очень четко понять, в какой момент вы хотите заниматься контекстной рекламой. Сквозной аналитикой, все. История заключается в том, что, например, существенная часть компаний не пользуется колл-трекингом. А у нас в России огромное количество бизнесов, которые все еще продают по телефону. У меня есть потрясающая история. Это наш клиент, который продает сумки. Сумки в сегменте премиум, эконом плюс. И у него пик продаж, это интересно, приходится на с 5 до 8 часов вечера. На мой вопрос, почему такое странное время, говорит, наша аудитория – это девушки, которые работают. Они выходят из офиса, садятся в свой мини-купер, встают в пробку и на экране телефона смотрят, значит, наши сумки, звонят. И он мне включает, я так понимаю, что у него это любимая хохма, он мне включает запись одного телефонного разговора. Звучало примерно так, что, мол, пам-пам-пам, там, вы позвонили, и девушка спрашивает, скажите, а вот эта вот сумочка там, вот которая вот красненькая, вот, вы знаете, вот я уже практически хотел бы ее купить, мне так нравится, так она здорово выглядит, а вы не могли бы ее потрогать? Вот как она на ощупь? И оператор говорит, одну секунду, сейчас я эту сумку попрошу, мне ее принесут со склада. Это займет буквально 30 секунд. И эти 30 секунд он там спрашивает у девушки, там, а к чему, там, к какому платью она эту сумку выбирает, бла-бла-бла. В общем, очень грамотно построенный диалог. И в какой-то момент он говорит, все, сумочку принесли, сейчас одну секунду. Вы знаете, я ее трогаю и на ощупь, она, о боже, она просто... Блин, она клевая такая, она прям мягонькая. Девушка говорит, да-да, все здорово, давайте оформлять заказ, я ее беру. Небольшой нюанс. Колл-центр находится в Воронеже, а склад в Иваново. То есть, да, продавать через телефон это неудобно, это пиковые нагрузки на колл-центр, в остальное время этот колл-центр простаивает, но мне кажется, люди научились это неплохо использовать. И история... Вся заключается в том, что для того, чтобы принять какое-то взвешенное решение, нам нужны цифры. А современный диджитал довольно сложный. У нас куча рекламных каналов, у нас контекст, у нас таргет, у нас поисковая оптимизация. У нас куча всего. И, собственно, история как бы, в общем-то, в том, что... нам требуется прикладывать очень много усилий, чтобы посчитать как бы это вручную. А наше время, оно не резиновое. У нас не миллион часов в сутках, и нам фактически просто нужна помощь для того, чтобы качественно выполнять свою работу. Смотрите, я еще раз обращаю внимание на то, что я сейчас расскажу про пандемию, буквально еще вот у меня есть время, и потом я бы все-таки хотел озвучить статистику, потому что она, как правило, очень играет в зависимости от аудитории. Вот ссылочка в чате, пожалуйста, перейдите по ней, у меня там, к сожалению, пока довольно мало ответов для того, чтобы я мог какие-то интересные выводы из этого сделать. По поводу пандемии. Смотрите, история очень простая. Рекламное агентство, которое, может быть, здесь присутствует в чате, там не дадут мне соврать, что в тот день, когда Владимир Владимирович, это было, по-моему, 4 апреля, сказал, что мы закрываем страну как бы на месяц, это был, шок. И огромное количество клиентов,
одним днем остановили рекламные кампании. Причем это были не только бизнесы, которые напрямую попали под ограничения. Понятно, что там, не знаю, у нас есть клиенты, это крупнейшая российская сеть детских садов, они просто вот выключили, потому что, ну, их закрыли. Но при этом было огромное количество бизнесов, не связанных с этим, юристов, каких-то строителей, еще что-то. То есть, ну, те люди, которые могли бы работать и которые по факту, ну, работали. У нас несколько строительных организаций отключили полностью рекламу. При этом я лично сам в период пандемии занимался стройкой, нанимал строительные бригады, и были люди, которые прекрасно приезжали на объект, работали, и все было замечательно и потрясающе. Вот. Как бы данное решение было принято, и для некоторых наших клиентов, в том числе, неправильно говорю, не наших клиентов, а скорее там наших начинающих клиентов, которые только начинали отстраивать систему, или там я говорю еще, я довольно много общаюсь с рекламными агентствами, потому что это наши партнеры по внедрению, и у меня есть там некая сводная статистика по их клиентам. Так вот, те клиенты, которые принимали решение о выключении рекламных каналов, они это делали по одной очень простой причине. У них не было в голове прямой взаимосвязи между затратами на рекламу и их выручкой и прибылью. Те бизнесы, у которых сквозная уже была отстроена, кто-то выключал рекламу, но они это делали осознанно. Они понимали, что спрос падает, поэтому мы тоже рекламу немножечко подкручиваем. То есть это было осознанное действие, которое приводило к ожидаемым результатам. Те бизнесы, которые просто в панике выключили рекламу, некоторые из них после пандемии не открылись. Что я вижу сейчас? Сейчас я вижу, что те бизнесы, которые выжили, которые смогли за счет того, что их конкуренты не выжили, добрать какой-то портфель клиентов, которые смогли там выстоять и не потерять сотрудников, потому что это тоже огромная проблема. Вы не представляете себе, например, какую колоссальную трагедию сейчас испытывает рынок линейного персонала в Москве, потому что трудовые мигранты, которых сократили вот в первые дни всей этой истории, посидели 2 недели здесь и уехали к себе на родину. Потому что, ну, им надо платить за квартиру, а здесь, ну, типа, работы нет, их уволили. А сейчас они не могут приехать обратно. И поэтому, например, там, рынок аутстаффинга, аутсорсинга сейчас, например, в крупных городах испытывает колоссальные проблемы, потому что он держался на трудовых мигрантах. Работать надо, работы есть, а работать некому. И это во всех отраслях есть какие-то такие свои вот специфические нюансы. Мораль в том, что те бизнесы, которые управляли этой истории с точки зрения аналитики рынка, с подтягивания своих расходов к доходам, они выстояли, и они чувствуют себя неплохо. Те, кто этого не делали, некоторые из них не открылись. Что будет дальше в этой новой реальности, в этой, кстати, новой этике, ну, не знает практически никто. И, наверное, это неплохой повод начать что-то считать и начать делать выводы не на основе интуиции, а на основе данных. Собственно, у меня, пожалуй, на этом все. К сожалению, коллеги, ответов все еще довольно мало, чтобы я прям какие-то вот выводы сделал. Но даже из тех ответов, которые есть, как ни странно, CRM есть только у 30%. Ну, собственно, это примерно то, о чем я и говорил. Вот. У меня на этом все тогда. Спасибо большое. Вопросов, я так полагаю, что ко мне тоже, наверное, нет. Если вопросы у вас появятся потом, меня довольно просто найти на Фейсбуке. Илья Макаров, Analytics. Я довольно общительный, я с удовольствием помогу, проконсультирую, посоветую, расскажу
забавную историю из вашей сферы, коих у меня за 7 лет накопилось довольно много. Возможно, чем-то смогу помочь. Отлично. Коллеги, тогда я отключаюсь. Еще раз всем спасибо. Звоните, пишите. Рад был слышать и видеть. На анкеточку, если будет желание, все-таки заполнить. Всем пока. Несмотря на то, что с презентацией не сложилось, да, лучше всего делать все, конечно же, заранее. Мы передаем слово следующему спикеру, Лидии. Лидия, я включаю вам презентацию, и вы можете начинать. Удачи! Всем привет! Меня слышно нормально? Угу, отлично. Итак, меня зовут Птицына Лидия, я руководитель отдела медийной рекламы компании «Медиаснайпер». Я занимаюсь программатикой уже более 5 лет. И о чем мы сегодня поговорим? О том, как эволюционируют механики оценки эффективности компаний, в частности, программатик. Сосредоточимся на двух основных типах компаний. Это имиджевые и перформанс. Это те два основных вида, с которыми мы в рамках медийной рекламы сталкиваемся. Ну, понятно, что в целом вот это разделение отражает процесс взаимодействия с пользователем в рамках маркетинговой воронки. Имиджевые кампании направлены на формирование спроса, на создание благоприятной репутации и образа бренда, а перформанс-компании направлены уже на более глубокую степень взаимодействия, на достижение конкретных целевых действий, конверсии, лидов и прочего. Ну и пойдем по порядку. Имиджевые компании. Традиционно их эффективность оценивается всем известными метриками. Это кликабельность, он же CTR, это охват пользователей, это видимость, это досмотры для видео, ну и постклик-метрики, bounce rate, время и длительность сеанса, долю новых пользователей. Но возвращаясь к тому, какие задачи решают имиджевые компании, это нарастить узнаваемость бренда. Получается, что вот эти стандартные методы оценки, как раз вот эффективность именно повышения узнаваемости, иначе говоря, брендовых метрик, никак не измеряют. И как раз, чтобы охватить эти метрики, есть такой метод оценки, как бренд-лифт-исследование. Бренд-лифт-исследование – это инструмент, который позволяет оценить влияние рекламной коммуникации на брендовые метрики путем проведения опросов. Простыми словами, механика бренд-лифт-исследования выглядит следующим образом. Предваряя ротацию, мы разделяем целевую аудиторию в соотношении 9 к 1. То есть большая часть этой аудитории, то есть 9 частей, это основная целевая аудитория, на которую будет вестись ротация. А меньшая группа, 10-я часть, это контрольная группа, которая исключается из ротации. Опять же, перед началом размещения мы для частоты эксперимента для этих обоих групп проводим опрос, чтобы узнать их осведомленность о бренде. В идеале осведомленность должна быть идентичная, но опять же для частоты эксперимента. Далее проводится рекламная кампания, и по ее итогу повторно запускается баннер-опросник, и уже разница между знанием у контрольной группы и у основной показывает рост той или иной брендовой метрики.
Важно понимать, что бренд-лифт-исследование дает не только знания о том, как изменилась брендовая метрика, ну, то есть одну циферку, грубо говоря, но и дает некоторую детализированную информацию. К примеру, можно изучить детализацию в рамках соцдема. Например, отдельно опросить мужчин, отдельно женщин, и понять, на кого лучше влияет реклама, там, или жителей крупных городов и мелких населенных пунктов. Но, одним словом, вот эта диверсификация может быть любой. Также бренд-лифт может помочь в определении качества отработки креативов. Например, у нас были баннеры с красной и желтой кнопкой, и мы отдельно опрашиваем тех, кому был показан баннер с красной кнопкой, отдельно с желтой. Видим, что те, кто видели красную кнопку, запомнили бренд лучше. Значит, делаем вывод о том, что можно экстраполировать эту информацию на будущее размещение и в будущем вообще не крутить желтую кнопку. Посмотрим, как на практике выглядит такой баннер-опросник. Вот справа его как раз можно увидеть. Он довольно нейтральный по дизайну. На нем содержится вопрос, который отражает ту брендовую метрику, которую мы изучаем. Ну, в данном случае это запоминаемость рекламы. Рекламу какого автомобиля вы недавно видели. По результатам такого измерения мы видим прирост в 7%. Как бы не зная средних показателей запоминаемости, не очень можно понять, хорошо это или плохо. И здесь очень важно понимать конъюнктуру того бренда, с которым мы работаем. Ну, в частности, если это какая-то, ну, как было и здесь, в принципе, если это какой-то бренд, который очень активно ведет себя в плане маркетинга, он одновременно использует множество каналов. И та контрольная группа, которую мы исключили в ротацию у себя, вполне возможно попала в ротацию других каналов. И то есть это по факту не те люди, которые совсем не видели рекламу. Вполне возможно, что они ее частично видели. Поэтому прирост в 7% довольно показателен, это хороший результат. А может быть вообще история, когда вот прирост, например, мы изучаем узнаваемость бренда, да, знакомы ли вы с таким-то брендом. И, например, это будет какой-нибудь Макдональдс. И тут прирост будет вообще минимален или стремится к нулю, или там пару процентов, потому что очень сложно найти человека, который не знает, что такое Макдональдс. Так, ну и движемся дальше по воронке. После имиджевых кампаний переходим к перформанс. Здесь все методы оценки завязаны на конверсиях, ну и на параметрах, связанных с конверсиями. Conversion rate, CPA, ROI и так далее. Но тут есть очень большой нюанс, связанный с моделью атрибуции. Наиболее популярная модель – это last-click атрибуция. В частности, Google Аналитика ее по умолчанию использует. То есть вся ценность конверсии присваивается каналу, который предшествовал совершению цели. Ну, то есть пользователь кликал на много-много баннеров до этого, потом кликнул на баннеры с контекста, сделал цель. Значит, цель записалась в контекстной рекламе. Есть противоположная модель атрибуции first click, когда присваивается вся ценность баннеру, который клик с которым был первым в цепочке взаимодействия. Обе эти системы довольно категоричные и из-за этого не слишком объективные. Поэтому на компромиссе родилась модель атрибуции ассоциированной конверсии, когда каждому предшествующему клику присваивается ценность от этой конверсии там, в том или ином весе. И, казалось бы, вот уже какая-то есть золотая середина, но есть еще более продвинутая модель, которая называется post-view конверсии. То есть тут учитываются не только кликнувшие ранее, не только баннеры, на которые кликнули ранее, но и баннеры, которые видел пользователь ранее.
Ну, и чтобы было понятнее, на примере. Например, проводим рекламную кампанию для ЖК «Ромашка». У нас есть пользователь, который заинтересован в покупке недвижимости. Он в нашей целевой аудитории, и мы ему показываем баннер ЖК «Ромашка» на разных сайтах. И вот к третьему показу он, наконец, ну, как-то привык, и любопытство победило, и он кликнул на баннер, перешел на сайт. Окей. Дальше на сайте стоит, например, пиксель социальной сети, то есть там социальная сеть, собирает этого пользователя себе в аудиторию, и уже в социальной сети на него идет с ним коммуникация посредством ретаргетинга. То есть мы по-прежнему все время не упускаем этого пользователя внимания, он все время видит наш баннер ЖК «Ромашка». И, ну, а так как, например, решение о покупке квартира – это такая сложная цель с длительным окном атрибуции. Вот проходит там еще несколько недель, и он, наконец, созрел, заходит в Яндекс, вбивает там новостройки Москвы, у него вылетает контекстная реклама ЖК «Ромашка», он уже был на этом сайте, он знает ее, он постоянно видел этот баннер, переходит по рекламе, записывается на просмотр. Ну и, в общем, вот такая длительная история, которая, может быть, шла не то что не одну неделю, а не один месяц, завершилась запись на просмотр, и по ласт-клик атрибуции вся ценность припишется контекстной рекламе. Это, мягко говоря, не совсем справедливо. Помимо того, что это там не совсем правильно, это еще и не совсем хорошо для клиента, потому что он делает себе выгрузку аналитики, смотрит, ага, контекстная реклама классная, все бюджеты переведу на нее. Проходит еще месяц, где у него все бюджеты потрачены на контекстную рекламу, но конверсии больше не стало. А почему? Потому что когда человек заходит, который да, уже готов записаться на просмотр, он вбивает в Яндексе новостройки Москвы, и у него там ЖК «Ромашка» и ЖК «Подсолнух». Только ЖК «Подсолнух» не забил на всю воронку, и он ходил и показывал нашему клиенту регулярно баннер ЖК «Подсолнух». Подсолнух. И что он выберет? Он выберет тот, который знает. ЖК «Подсолнух», ЖК «Ромашка» в пролете. Поэтому очень важно оценивать всю цепочку взаимодействия с пользователем, в том числе и посредством PostView конверсии. Для понимания расскажу, как вообще работает механика PostView. Когда к нам приходит на ротацию баннер, мы встраиваем в него свой пиксель, который позволяет собрать аудиторию, видевших баннер. Далее на посадочную страницу устанавливается наш трекинг-код, который тоже собирает аудиторию, уже вторую аудиторию, посетителей сайта. На следующем этапе мы пересекаем аудиторию видевших с аудиторией посетивших сайт, ну и, например, совершивших там целевое действие. И мы понимаем, что, ага, вот, пользователь с этой ID-шкой, хоть он и не с нашего баннера перешел, но он видел наш баннер. Для чистоты эксперимента исключаются прямые конверсии, то есть когда пользователь кликнул по нашему баннеру и сразу совершил цель. Это мы исключаем. И остаются только PostView конверсии. Пользователь видел баннер, совершил конверсию, не перейдя из нашего канала. На этом слайде можно увидеть, насколько различаются цены в зависимости от выбранной модели атрибуции. Ну, например, там для очень сложной цели запись на покупку автомобиля, прямая конверсия, когда человек прям такой увидел баннер и сразу подумал, ой, мне нужна эта машина, пойду-ка ее куплю. Вот цена такой конверсии там, в одном из боевых кейсов была в районе 200 тысяч. Это, конечно, ошеломляющая цена, и мало кого она может порадовать. Но с учетом ассоциированных конверсий, эта цена уже в 5 раз ниже, 35 тысяч. А с учетом PostView всего 2 тысячи, и это вообще уже копейки. И здесь как раз видно, насколько важно правильно учитывать конверсии и всю цепочку взаимодействия с пользователем,
и это поможет правильно выстраивать стратегию в будущем, а не сосредотачиваться лишь на том канале, который приводит last-click конверсии. Так, ну и мы закончили. Буду рада, если есть вопросы. За выступление. Я вижу, что вопросов нет. Мы можем тогда с вами потихоньку прощаться. Всем презентация. Спасибо. Спасибо огромное. Так, мы передаем слово Максиму Липко, который сейчас представит себя сам еще раз и объявит тему доклада. Максим, вам слово. Так, коллеги, добрый день. Сейчас один момент. Отлично. Меня видно, слышно? Напишите. Отлично. Давайте тогда начинать. У меня тема – это открытая коммуникация брендов с аудиторией в соцсетях. Если говорить обо мне, то меня зовут Максим Липко, у меня за плечами более 8 лет успешного руководства отдела по работе с клиентами и отдела исследований Джагаджи при сотрудничестве со СМИ, банками, авто, бьюти, e-commerce, агентствами и так далее. Я являюсь экспертом в области анализа социальных сетей и в данный момент занимаюсь развитием продуктов Джагаджи, направленных на упрощение анализа и работы с социальными медиа. Если говорить по поводу компании, которую я представляю, то Джагаджем – это комплекс продуктов статистики и автоматизации работы с социальными сетями. Мы можем, то есть не мы, а наш продукт может определять эффективность ведения сообществ конкурентов, отраслей, целых регионов даже. У нас уникальные разработки контент-стратегии в режиме онлайн, то есть позволяют очень быстро, оперативно понять, о чем, что публиковать, когда публиковать и так далее. Нейросеть, определение постов, тональности, картинок, оценка работы бренда с вопросами пользователями и так далее. Бесплатные рейтинги, интеграция с BI-системами и решение для программ лояльности. В общем, на самом деле очень интересно работать, скажу вам, в такой компании, потому что каждый день что-то новое узнаешь, новые инсайты получаешь, и о них хочется делиться. Поэтому приняли решение, что выступаем и делимся с вами. Так как у нас в компании есть доступ к бигдате по соцсетям, я выбрал тему своего выступления, да, такую, и поставил упор на изменение мировоззрения слушателей. И, так сказать, чтобы были у вас первые шаги к возможным изменениям в плане технической поддержки в соцсетях. На примерах мы с вами рассмотрим, как открытая коммуникация брендов помогает увеличить активность и популярность брендов в этих же социальных сетях. Рассмотрим, почему важно общаться с аудиторией в открытую. Увидим, как пандемия повлияла на поведение пользователей в соцсетях и узнаем, естественно, как не терять лиды и мотивировать ваших пользователей быть ближе к вашему бренду. Тема моего выступления будет полезна любому бренду, но показывать я буду на примере банковского сегмента, потому что мы, честно говоря, изначально наш продукт
многое в нашем продукте делали именно для банковского сегмента. Я считаю их одним из первых, кто нашел эффективное применение соцсетей в работе своей. Итак, лично я всегда разделяю увеличение активности брендов в социальных сетях на несколько пунктов. Первое – это, естественно, рекламные посты, надеюсь, они не нуждаются в представлении. Далее – это провокационный контент, то есть когда берут какую-либо острую тему и обыгрывают ее в своем контенте. Например, это может быть мясо или рыба, или овощи, ЗОЖ или бургеры, дети или child-free, гомеопатия, инфо-цыгане, ну и прочее-прочее. Допустим, польза продукта. Следующее – это интересный аудитории контент. Тут я рекомендую обязательно рубрицировать контент и использовать автоматические продукты, умеющие определять по семантике суть постов. Кстати, такая возможность есть в Jaga Jam. Четвертое – это ситуативный контент, то есть когда обыгрывают какую-либо ситуацию, тренд и так далее. И сюда бы я добавил бы еще челленджи, такие популярные. Да? Далее – вовлекающий контент. Сюда входят и конкурсы, загадки, крокодилы. Игра в крокодилы, игра в города. Шестое – это то, собственно, о чем мы будем очень детально с вами говорить сегодня. Это общение с аудиторией. Естественно, я не перестаю говорить на всех своих выступлениях, что никогда не используйте никакие нагрудки, гивы и любые другие серые схемы взаимодействия с пользователями, потому что они не помогли ни одному бренду. И к нам, так как мы работаем с очень крупными брендами, в том числе обращаются коллеги, которые пострадали от некачественной работы агентств или сотрудников, и приходят к нам, спрашивают, как это все можно исправить, и мы тоже им в этом помогаем. Вот. Собственно, лояльности и ничего хорошего продаж вы не получите. Ну, давайте, естественно. Средства, которые я описал выше, нужно выбирать относительно вашей целевой аудитории. Немножко мимимошности вам решил добавить, чтобы было более интересно. Давайте рассмотрим примеры из банковской отрасли каждого формата. Перед вами типичные рекламные посты, привязанные к определенной ситуации, призывающие подписаться или, допустим, какая-либо прямая продажа продукта компании. В большинстве случаев рекламные посты направлены на ту же самую прямую продажу. То есть купи, оформи, переходи и так далее. Теперь мы уже рассмотрим вовлекающий контент. Это конкурсы с выигрышем сертификатов, любые тесты, опросы. Далее это интересный контент. Вместо примеров я решил показать, как проанализировать, что же интересно именно вашей аудитории. Для этого с помощью семантического анализа мы определили направление контента. Столбцы синего цвета показывают количество постов в каждой тематике, рубрике или содержании, о том, о чем сейчас я буду показывать. А точки показывают эффективность этого контента. Как мы видим из рубрик, самое актуальное сегодня – это спорт, конкурсы и номинации, а не популярные праздники, новинки и благотворительность. Из содержания эффективными – это привязка контента к отдыху, безопасности, погоде. А из продуктовых линеек – это, сейчас посмотрим, ипотеки, страхование, программа лояльности. Вот такой новый подход к аналитики и статистики мы предлагаем использовать всем для достижения лучших показателей в соцсетях. То есть, иными словами, заменяя неэффективные рубрики на эффективные, вы сможете увеличить активность в социальных сетях. И отличный пример на стыке провокационного и ситуативного контента – это недавний случай. Альфа-банк поменял условия по карте Яндекс.Плюс. Тинькофф вовремя очень тонко высказался про это, и спустя 4 часа прилетел ответ от Альфа-банка, где они сравнили стоимость обслуживания, кэшбэк их карты и Тинькофф. Дополнительно еще и открутили достаточно большой бюджет, судя по просмотрам.
который мы видим в правом нижнем углу у каждого поста. То есть получился достаточно крутой, ситуативный и провокационный контент, обыгранный, и вы также можете тоже использовать такие схемы. Отличным примером ситуативного контента, именно просто ситуативного, является такая подборка постов, например, про 3 сентября и Шафутинского. Да, все мы знаем эту песню замечательную. И вот такие посты часто получают огромный отклик от аудитории в соцсетях, неестественный для обычных стандартных постов, которые не продвигаются. И вот мы подобрались к самому главному – это общение с аудиторией. Собственно, о чем мы будем сегодня говорить. Для меня лично общение с аудиторией – это полная открытость перед ней. Соцсети, ну, они давно уже такие, да, но сейчас, во время пандемии, когда мы не могли выйти из дома, они стали зеркалом души бренда, и по ним пользователи судят о состоятельности компании, вообще стоит ли к ней обращаться или нет. И особенно, естественно, это касается дорогостоящих покупок. Ведь человек хочет быть, естественно, уверен в том, что его не оставят один на один с проблемами, и у каждого пользователя в голове, что важнее бренду репутация, нежели недовольный клиент. Поэтому я хочу дать вам рекомендации, как увеличить активность в ваших сообществах и заслужить лояльность. Первое – это обрабатывать личные сообщения и ответы на стене сообщества. Не удалять неудобные вопросы, обрабатывать негатив, быть дружелюбным и проявлять эмоции. Самое главное – чувствовать клиента, ну и чувствовать, если вы можете чем-то помочь, естественно, помогайте. Ну и давайте рассмотрим детальные примеры общения. И опять же повторюсь, что я показываю на примере банков, но это можно сделать и в вашей любой отрасли, у всех вас слушателей. Почему я выбрал еще банки? Потому что многие клиенты к нам обращаются и говорят, мы так не можем. Мы не можем себе позволить из-за того, что мы настолько официальная компания, не можем себе позволить вот такой подход, такие ответы. Но посмотрите вот текущий пример, который я вам буду показывать. Там будет и Сбербанк, и ВТБ, это государственные компании, которые смогли. И я уверен, что вы сможете. Поэтому как одна из рекомендаций – это будьте краткими, клиентоориентированными и дружелюбными. Не бойтесь смайлов и эмоций. Например, повторюсь, Сбербанк, Банк Открытия, МТС-банк. Да, наши друзья и коллеги используют стикеры, проявляют эмоции, показывают в текстах смайлы, поддерживают дружеский тон общения. И я думаю, многие из вас согласятся, что к таким хочется вернуться и задать свой очередной каверзный вопрос или просто поговорить мило в дружеском тоне. Естественно, нужно избегать консервативного общения и перегруженного текста. При этом всегда пытайтесь помочь клиенту вот прямо в том месте, да, где он задал вопрос. Будь то личное сообщение, будь то стена сообщества. Если вы понимаете, что нельзя на стене ответить, то напишите, что напишите нам в личное сообщение, и мы вам там дадим ответ. Но не нужно ни в коем случае, как вот в нижнем примере, отправлять в контактный центр, в колл-центр, иными словами, да, по всем вопросам. Потому что это ужасный ответ, и ничего, кроме негатива, это ничего, кроме негатива, не принесет. Не закрывать стену от комментариев. И тут мне было очень сложно, честно говоря, в банковской отрасли найти пример, потому что нашел только всего один банк. Это ОТП-банк, который закрыл стену. Все остальные, слава богу, с открытой стеной и поддерживают общение с клиентами. Нужно тут понять, если вы закрываете стену сообщества, то вам есть что скрывать от клиентов. Какой бы крутой и вовлекающий контент у вас не был, тогда закрытой стеной вам не доверятся ваши B2C-клиенты.
B2B, ну, может быть, потому что там в меньшей степени соцсети влияют, потому что есть другие рычаги давления. И обязательно отвечайте на комментарии и пытайтесь модерировать по минимуму. Только в крайнем случае, когда уже идет прямое какое-то оскорбление, разжигание ненависти, иначе, если вы не будете отвечать и не будете модерировать, рано или поздно уровень негатива только будет расти, и многие новые пользователи увидят, что есть вопросы абсолютно такие же, как у других, они не решаются, они тоже будут писать. У меня тоже, у меня тоже. Почему это важно? Вы будете, потому что вы будете терять потенциальных клиентов, как указано на скриншоте. Ответы могли бы помочь задуматься о выборе этого банка для ипотеки, кредита или вкладов, но, к сожалению, Уральский банк не дал ответа, и поэтому они потеряли лиды, и кто его знает, может быть, другие пользователи тоже зашли, такой же вопрос был, но они не получили ответа, они ушли в другой банк. Вот, почему это вообще вот все глобально важно? Потому что анализ банковской отрасли показал, что доля комментариев по отношению к остальным реакциям занимает 22%. Только вдумайтесь, да, вот в эти цифры, там, почти 600 тысяч комментариев было за с начала года по текущий момент во всех банковских сообществах. И при всем при этом, хоть и 22%, доля значимости и репутационные потери от того, что вы пропустили комментарии, естественно, это самая важная часть и становится заслуженными лидерами комментарии по отношению к другим метрикам. Поэтому еще да, дополнительно, что мы сделали. В период изучили тоже поведение пользователей и прирост комментариев по месяцам с начала пандемии, как мы помним, она в конце марта, да, получилась. Многие пользователи начали обращаться к банкам с вопросами, а как мне пополнить, там, оплатить кредит, если мне нужно его лично, очно приходить делать, да, и всем банкам приходить оплачивать, выплачивать. И всем банкам пришлось трансформировать свои бизнес-процессы, изменять их, плюс техподдержку менять для того, чтобы помочь клиентам. И мы видим, что эти вопросы до сих пор продолжаются. Я вам скажу, что летний период, да, обычный летний период, он всегда такой, что СММщики и техподдержка, она сидит расслабленно, как я вот сейчас, расслабленно на стуле, и отдыхает. Но мы видим, что количество вопросов, оно растет. Да? Вот мы видим тоже статистику январь-февраль месяц, там совсем мало было вопросов, хотя сезонности у банковской отрасли вообще не существует. Вот. Иными словами, пандемия повлекла за собой увеличение количество комментариев от пользователей. Пользователи меньше звонят, больше пишут. И если говорить про распределение именно вопросов пользователей в социальных сетях, то мы тоже зафиксировали огромное количество этих вопросов, которые поступали в банковском сегменте. В среднем банки обрабатывают по 8700 вопросов, где-то плюс-минус в месяц. И только задумайтесь, что ответ был представлен только на почти 70%. То есть 30% лидов, вопросов, негатива, оно было просто пропущено. Это ужасно. Нужно лучше. Естественно, мы не говорим сейчас про топовые банки. Сбербанк, там, Альфа-банк, Home Credit Bank, МТС Банк. Ну, все остальные почти на слуху, которые банки, они стараются, они отвечают на вопросы. Банк Открытия тоже отвечает на вопросы. Они уже об этом задумались и классно все делают оперативно, вовремя отвечают и помогают. Но многие другие, к сожалению, этого не делают. И поэтому такая статистика
статистика получается, что за счет других банков падает у всего сегмента. И мы видим, что среднее ожидание ответа где-то 4 часа. И основная плотность ответов, к счастью, занимает 60 минут. К чему вся эта статистика? Цифровизация техподдержки, да, или умное слово еще есть, диджитализация техподдержки. Уже здесь многие банки постепенно отказываются от колл-центров. Думаю, многие тоже из вас это заметили. В пользу интернет-поддержки. Появились чат-боты, да, и они двигаются все к автоматизации своих процессов. Соцсети в комплексе с онлайн-чатами, встроенными мессенджерами в приложениях брендов – отличный аналог общения, удобный и вам, и пользователям. В периоды пандемии удаленной работы, да, – это лучший способ быть ближе к клиентам, и лучше даже, я бы сказал, не найти. И как же не терять лиды? Продумайте способ частичного перехода на интернет-поддержку. Изучите, какие бизнес-процессы вы можете решить в онлайне, какие только при очном присутствии, какие в личных сообщениях, соцсетей или на стене сообщества. Изучите продукты, позволяющие отвечать из единого окна. Тут может помочь даже несколько продуктов в JagaJam, которых я чуть позже тоже вам скажу, покажу. Напишите скрипты команде. То есть, что в какой ситуации, при каких обстоятельствах говорить, отвечать и так далее. Отвечать на все вопросы в социальных сетях, разговаривать с аудиторией на одном языке, не бояться негатива и его обработки, быть готовым оставаться в социальных сетях на связи 24 часа и обязательно контролировать и анализировать работу команды техподдержки. Потому что без статистики, без анализа, если вы просто пустите это все на самотек, оно эффективности иметь не будет. Ну, и к тому, чем мы можем помочь. У нас есть специальный раздел в JagaJam Analytics, который попадает в все вопросы всех социальных сетей. Продукт отлично подойдет для того, чтобы не потерять ни одного вопроса пользователей, а для тех, кто никогда не задумывался об ответах своей аудитории, или не понимает, как отвечать, рекомендую проанализировать какого-нибудь классного, крутого конкурента и взять основу его ответа в свои скрипты. С этим даже банковские работники пользуются, понимают, какие нестандартные бывают ситуации, чтобы это все заполнить. Иными словами, наш продукт позволяет собрать статистику и скрипты ответов даже у конкурентов. Дашборды. Такой сочный красного цвета. Дашборд – это командный центр, иными словами, да, в который попадают все вопросы в режиме реального времени. Нейросеть, которая у нас есть, определит эмоциональный окрас комментариев. Также продукт покажет время ожидания ответа, количество лайков у комментариев и постов пользователей. Почему это важно? Потому что это поможет вам определить, на что нужно ответить в первую очередь. Чем больше лайков, в первую очередь, чем больше негативные, да, тональности этих постов, тем тоже надо в первую очередь отвечать. Какие-нибудь нейтральные вопросы можно на второй план отправить. Как можно... Также можно получить статистику работы команды с детализацией по дням. Такой подход помогает в анализе и локализации неудач вашей компании. Поможет изучить поведение пользователей. Например, в представленном примере 11 сентября был всплеск негатива в сообществе. Обычно это происходит либо по причине сбоев в каких-либо процессах компании, либо из-за какой-нибудь неудачной публикации. В нашем случае действительно произошел сбой при начислении заработной платы у клиентов Сбербанка. И такой анализ можно делать даже по конкурентным сообществам, обыгрывать, как вспоминаем в самом начале, что я говорил, ситуативный, да, маркетинг-контент, обыгрывать вот эти все неудачи ваших конкурентов у себя в постах, и на этом умное слово есть и модное хайпиться.
Вот подготовка вот этих 4 слайдов у меня заняла, и поиск вообще причины, что случилось там 11 числа, у меня заняла работа человека, да, меня как человека, 2 минуты. Но при этом есть повод, про что написать, есть, если я руководитель, да, этого бренда, я понимаю, что реально случилось, я могу на личной встрече, да, с руководителем показать, что да, был сбой, вот такие проблемы у нас были, и вот такую статистику мы получили, такую обратную связь от пользователя. Можно детально посмотреть тексты все эти комментариев, да, как вот мы видим на нашем примере. Вот такая вот полезный функционал у нас есть в продукте. И эксклюзивно для слушателей мы подготовили для вас бесплатное использование нашего продукта JackJam Analytics. Оно доступно до конца сентября, поэтому переходите по ссылке из QR-кода и пользуйтесь нашим продуктом совершенно бесплатно. Первые 5 счастливчиков получат супер расширенный доступ на 14 дней и нашу новую функцию семантического анализа контента, которая автоматическое тегирование. А все остальные, кто чуть позже у нас зарегистрируется с этим QR-кодом, ну, получат на 7 дней доступ, поэтому регистрируйтесь, бегите уже сейчас. Жду ваших вопросов. У меня все. Я жду, конечно, вопросов, но я настолько, я, то есть, попытался рассказать очень по-простому о таком сложном механизме погрузить вас в эту тему, поэтому я даже буду рад, если не будет вопросов, значит, я все очень понятно, доходчиво всем объяснил. Вот. Всех вас мы обязательно ждем в соцсетях, не в соцсетях JackJam, а в целом в социальных сетях. Присутствуйте там, это классно, очень удобно. Трансформируйте ваш бизнес и делайте его более привлекательным для ваших пользователей за счет того, что вы будете общаться с ними там, где им это удобно. У меня тогда все. Я вижу, что вопросов у вас нет. Это очень круто. Спасибо большое. Я был рад с вами поделиться очень важной информацией. И надеюсь, она вам в будущем поможет. Всем спасибо. Максим, спасибо большое за выступление. Было очень интересно и познавательно. Надеюсь, даже кто-то воспользуется этим промокодом. В любом случае мы будем делать пост-рассылку и в презентации продублируем этот момент. Кто сейчас не успеет, сможет воспользоваться чуть позже. Что ж, на этом, я думаю, мы прощаемся с вами. Спасибо всем, кто был в эфире. Спасибо большое спикерам огромное, что нашли время прийти и выступить. Если ни у кого нет вопросов, то тогда я потихоньку заканчивает мероприятие. Ждите от нас пост рассылки. Спасибо всем и до новых встреч.